Всем привет, друзья мои, это разнос лайф, проектик такой, <laughs>, прямой эфирчик в рамках большого проекта разнос, который в этом году, ну, не семимильными, но такими э, шажочками, в общем, шагает по э, нашему замечательному ютубу и сует свой нос в ваши видосы. Для тех, кто впервые на этом канале, меня зовут Антон Михалев, и это проект разнос, разнос про ваши видео, которые вы присылаете к нам сюда, э, прямо э, <laughs> мне, я смотрю ваши видео и рассказываю, про них всю, всю, всю правду. Uh, к сожалению, ну, такой... Uh... Нюанс Ютуба uh, в том, что uh, прямая трансляция идет с небольшой, хех, ну как небольшой, практически 20-секундной задержкой. Uh, бывает 30 секундный бывает 15 -ти. Ну, короче говоря, я произношу фразу, и только через какое-то время вы ее слышите и можете на нее отреагировать. И вот я сейчас проверяю, насколько мощная задержка сегодня у нашего прямого эфира. И говорю вам всем привет, друзья мои. Рад вас всех видеть на нашем прямом эфире. И для начала в нашем мега крутом или где он тут, чатик у вас находится. Напишите, из какого вы города. Поздоровкаемся, поприветствуем и поймем географию сегодняшнего прямого эфира. А я вам пока, пока вы пишете, из какого вы города в нашем чате. Традиционно для тех, кто впервые здесь, рассказываю, что мы делаем. Мы смотрим видео разных начинающих, не начинающих, продолжающих, профессионалов, полупрофессионалов. Короче говоря, абсолютно всех, кто создает медиа-контент. Это телепрограммы, это фильмы, игровые документальные, это видеоклипы, это новостные репортажи, это новостные большие программы и так далее, и так далее. В общем, все-все-все, даже блогеры, не побоюсь этого слова, тоже участвуют в разносе. И кто не видел разнос блогеров, посмотрите, ребятки, посмотрите, любой выпуск разноса, потому что именно у нас каждый понедельник выходит новое шоу. А тем временем вы радостно ответили мне на мой вопрос, кто здесь. Липецк, Москва, Нижний Новгород, Выборг, Краснодар, Нижний Тагил. Ребятки, всех вас рад видеть. Кто присоединяется, пишите, из какого вы города, знакомьтесь, общайтесь. Именно для этого здесь есть чат, в котором не только я, благодаря которому не только я, но и вы можете высказать свое мнение, подсказать юным медийщикам, как улучшить их... Творчество, как улучшить их контент. Ну а э, для того, чтобы продолжить знакомство с вами, мне безумно интересно узнать, кто впервые <с <с в этом дочке под названием «Разнос». Кто первый раз? Напишите, пожалуйста, в чате «Я в первый раз» или «Я первый». Ну, чтобы просто понимать. Традиционно рядом со мной спасательная кружечка кофе, которой мне может не хватить, конечно, на сегодняшний эфир. Сегодня будет много разных программ традиционно интересных. Простите, нужно мне немножечко промачивать связочки. Много разных программ, они будут и чем-то тематически объединены, и чем-то не объединены, потому что, как правило, живые разносы, такой разносные лайвы, как я их называю, они Тематически никак не связаны. Прислали и прислали. Но, тем не менее, сегодня непростой день. Я э, не могу не сказать в начале сегодняшнего эфира э, слова, которые, ну, искренне, для меня, они э, играют очень большую роль. Э, слова благодарности всем тем э, дедам, прадедам. Э, воинам, которые подарили нам мирное небо, под которые подарили нам жизнь, в которой мы с вами живем. С праздником вас, друзья, с Днем Победы. И как бы это не пафосно звучало, но это действительно важнейший день в жизни человечества, а в нашей стране тем более. Поэтому всех с праздником, друзья мои. Дай бог, чтобы никогда не было войны. Ну а теперь возвращаемся к нашему э, немножко хулиганскому разносному лайву. Я продолжаю вас с ним знакомить. Тем более, судя по ответам в чате, кто-то из вас впервые на этом эфире и вообще на этой площадке. А для тех, кто впервые. Традиционный флешмобик. Флешмобик, который. Ой, вот тут вот у нас флешмобик. Надо превратить красную кнопочку подписаться в серую. Потому что именно подписка позволяет каналу расти, развиваться, жить. Поэтому не забывайте, пожалуйста, подписываться на него. Кто этого еще не сделал, кто ходит э, в разнос, приходит в разнос, кто приходит на прямые эфиры и до сих пор не сделал эту приятную приятность для меня. Пожалуйста, друзья, мы исправляемся. Эм, вот она, э, вот эта вот кнопочка. Давайте превращаем ее в серенькую. Нажимаем колокольчик, тогда вы будете знать все-все-все-все-все новости нашего проекта. А проект разнос... Э, Растет, развивается, он достаточно большой, а, и прямые эфиры а, имеют особенность а, перед другими там прямыми эфирами в интернете. Вы можете позвонить прямо нам сюда. У нас есть скайп. И каждый из вас, кто смотрит прямой эфир и обладает волшебной программой Skype, может позвонить прямо мне, мне в прямой эфир. И мы вживую с вами пообщаемся, обсудим вашу работу или работу ваших коллег. Вы выскажите свое мнение, поспорите со мной или согласитесь. В общем абсолютно живой разговор. Эм, что еще сказать? А, для тех, кто не знает, а мне есть еще такие люди, кто, ой, да, разнос, я хочу отправить вам свою работу, ребят, элементарно, адрес почты разнос м собака ру. отправляйте туда, э, пишите, из какого вы города, какая вы студия, или, может быть, вы самостоятельный автор и отправляете свой шедевр. И желательно отправлять ссылочку на YouTube, потому что ее я могу потом прикрепить в описании к видео и скачать, собственно говоря, с нее ваш видос для того, чтобы его использовать в программе. Быть может, ваше видео попадет в разносный лайф, как сегодня, быть может, ваше видео станет героем нового шоу, которое, повторюсь, выходит каждый понедельник на канале Разнос, и этот понедельник будет не исключением. Ровно в 8.00 по московскому времени состоится премьера нового выпуска шоу «Разнос», который сейчас прямо вот в эти минуты продолжает монтироваться, готовиться для того, чтобы вас порадовать или огорчить. Ну и последнее вводное, как обычно всегда в начале каждого прямого эфира, я знакомлю вас с проектом, я знакомлюсь с вами, я рассказываю всякую ерунду, ерундень и бред, ну и пытаясь вас завлечь или наоборот сделать так, чтобы вы ушли с этого эфира и больше никогда не возвращались. Рад видеть всех вновь пришедших сюда. Вижу, что из Москвы сегодня есть ребята. Живем в одном городе. Встречаемся только на площадке разнос. В общем, разносный лайф. Придумываем какие-то фишечки, придумываем какую-то шизофрению. В разносном лайфе шизофрении, ну как шизофрения, моя верная подружка, утка, Владочка, она рядом со мной будет поддерживать меня тоже, реагировать, как-то оценивать ваши работы. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг рядышком здесь где-то у меня появляется Владуся. Привет, Владуся. Ой, Владусь, ты здесь, извини. Милая, правда? Ну что, друзья мои. Итак... Вроде бы все рассказал, кроме одного. Как-то, по-моему, недельки две, что ли назад, был такой экспериментальный эфир, очень долгожданный мной лично, и определенным кругом людей была, была новая затея на площадке Разнос. Она потерпела определенная фиаско техническая. То есть были удачные моменты, были неудачные. В общем. Я надеюсь, что технические проблемы решены, и уже в это воскресенье состоится новый выпуск разносной игры. Это абсолютно развлекательная история, в которой не нужно ничего готовить, не нужно никакими мега-крутыми знаниями обладать, нужно быть просто человеком, который любит что-то снимать новости, фильмы, репортажи, видеоклипы. Нужно быть медичиком, таким, как вы. И принять участие в этой игре очень просто. Уже висит анонс эфира на нашем канале. Там есть в описании ссылочка на небольшую анкетку. Заполняйте эту анкетку. Обязательно пишите, как вас зовут в скайпе. И приходите завтра в 17.00 по московскому времени к нам сюда на канал Разнос. И быть может, кто-то из вас станет участником этой игры. А кто не станет участником, не дозвонится в эфир, тот будет прекрасно участвовать в чате в этой игре, потому что она не только развлекательная, но и, как все проекты «Разнос», познавательная. Все. Вводную речь я заканчиваю, предоставил возможность всем, кто хотел прийти на сегодняшний эфир, подключиться. Я надеюсь, что вы все подключились. Вновь прибывшим еще разок привет, друзья мои. Это разносный лайф. Не забывайте подписываться. Здесь мы смотрим ваше видео и обсуждаем его, узнаем всю правду, понимаем, как, где оно хорошо, где оно ужасно, а где его можно, в принципе, спасти и улучшить. Не забывайте, пожалуйста, писать свое мнение в чате. В чате. Кто кто не подписался, напишите, кто не подписался до сих пор на проект Разнос, напишите, пожалуйста, в чате. Напишите, пожалуйста, в чате. Я не подписался и не подпишусь. Ну, просто так, чтобы я вас запомнил в лицо, в конце концов. Так, ну что же. Итак, сегодня, конечно, многие работы будут посвящены... А, ладно, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду ничего вам спойлерить. У нас несколько работ из разных городов нашей огромной страны, находящихся за сотни километров друг от друга. И это круто, потому что именно на площадке «Разнос» мы объединяемся все в одну единую тусовочку. Ну что ж. Если, да, кстати, сразу, ребятки, на всякий случай напоминаю, о, Королев даже тут я вот прочитал, супер, ребят, Краснодар, Ростов-на-Дону, всем привет, ребят, Питер, класс, очень рад вас видеть, всех. Э, на всякий случай прошу всегда, э, поскольку я один одинешенник тут, <сих>, э, отвечаю за 564 функции, если вдруг что-то какая-то фигня техническая, прям пишите в чате, там нет звука, видос, алло, проснись, Михалёв, сделай что-нибудь, чтобы все было, чтобы все работало, вот. Э, э, итак, первыми у нас э, героями станут ребята из города Курск, Традиционно задаю вопрос, есть ли куряне здесь, есть ли жители Курска. Напишите, пожалуйста, в чате, кто из Курска, если таковые есть. Если никого нет, ничего страшного, это не значит, что мы не будем смотреть их видос. Будут потом кусать локти, плакать крокодильными слезами, потому что мы все вместе с вами будем говорить про них и рассказывать всю правду. Итак, ребята из студии «Алые паруса», город Курск. Прислали свою работу под названием «Третий патриотический форум. Курск Город нашей Великой Победы. Что это такое, не знаю. Чтобы м -м, должен сразу сказать, что очень много, как правило, работы, все, которые вы присылаете, я не смотрю целиком. И смотрю их целиком только тогда, когда снимаю видео, или снимаю, э или провожу прямой эфир. То есть, э у вас абсолютно э живая история. Есть возможность увидеть вживую, как я реагирую на те или иные вещи. И, в общем, никаких сценариев. Хотя я вот думаю, надо писать уже сценарий в конце концов. Ну так, просто тезис смотреть программу, рассказал про это, про это, про это, быстренько. Чик-чик-чик, пук, и все, и побежал. Или нет? Напишите в чате, писать мне сценарий для моих разносов или нет. Интересно ваше мнение. Вы же коллеги мои. Я же у вас тоже учусь, друзья мои. Так. Итак, город Курск. Никто не ответил. Куряне, видать, либо подключаются, либо испугались разноса. Но хе, зря. Зря. Потому что здесь правда и только правда. Именно здесь мы становимся с вами профессионалами. Профессионалами. Ну что ж. Welcome to uh, my... Uh, этот... Мне международный проект, чувствуете. Мой uh, просмотровая комната. Английский мой второй язык. Язык, понимаете, да? Итак, третий патриотический форум. Курск. Ну, мне кажется, что это какая-то новостная история. Ну, такая условно-новостной репортаж. Сейчас у меня шпаргалка просто есть. А, так, новостная история. Сейчас я попробую все тут разместиться, так, чтобы о, все о, о, помещалось. А, так, ну что ж. Итак, город Курск, Алые паруса, Патриотический форум. Погнали! Внимание на экран! Где звук? А, вот он. В последние годы все чаще предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны. Ну, сразу могу вам сказать, друзья мои из Курска, что, э, о, извините, ребят, э, не могу не откомментировать, не могу не отреагировать на ваш комментарий. Тормоз, YouTube тормозит, красавец, люблю тебя YouTube, но тормозишь, сынок. Э, значит будет не так интересно наблюдать, да, за первой реакцией. Ну ладно, хорошо, пока сценариев не будет. Окей, будет первая такая живага, будем по-живому. Значит, первая реакция у меня на работу курских коллег, медийщиков. Значит, за кадр начитан в адской акустике. Это значит, что такое ощущение, что человек находится в большом пустом пространстве, в большом зале. Давайте быстренько делимся своими лайфхаками и советами с коллегами из Курска, потому что все прямые эфиры сохраняются в записи, и они смогут потом посмотреть их и все наши советы объединить и исправить свои ошибки. Так вот, один из способов для того, чтобы от этой акустики из, ну, избавиться... Понятное дело, мы с вами можем вон, на телефончик записывать, да? Э, голос обычный, у кого-то есть микрофончик, кто-то на микрофончик записывает. Великолепно. Но самое главное, записывайте этот звук вместе э, в непустом пространстве. То есть, если это просто голые стены, звук будет... От них отскакивать, и получится адская акустика и будет очень не, непонятный невнятный звук. Что можно сделать? Самый простой способ, ребятки: берете микрофон, берете этот э, телефончик, берете кроватку, ну не всю, конечно, целиком, а только одеяло. Накрываетесь и читаете за кадр. У вас под одеялом получится практически идеальная звукозаписывающая студия. Поверьте мне, так делают э, не просто любители, а даже многие. Профессионалы, и не побоюсь этого слова, популярные профессионалы. Ну, например, э -э часть закадрового текста в популярнейшем проекте Орел и решка записывается именно... Да, на телефон, под одеяло, вот и все. Прекрасный звук. А, ну, а Сережа советует а, комнатку для звукозаписи. Ну, это, Серег, или шкаф, или шказали. Это, Серега, комната для звукозаписи. Шикарная мечта. Дай бог, чтобы у каждой студии в нашей стране, да что в стране, в мире была такая комната. Не на всех даже телеканалах она есть. Так что, в общем, один из способов, это, ребятки, как или залезть в шкаф, как Серега предлагает, где много висит одежды, чтобы она гасила акустику. Ну или хотя бы под одеялко куда-нибудь залезть. Погнали дальше. Советский Союз наравне с фашистской Германией называют агрессором. Настало время вооружиться историческими фактами. Значит, друзья мои, говорил об этом очень много раз. И опять вижу эту ошибку в работе э, студии Алой Паруса. Как вы думаете, о какой ошибке я хочу сказать? Подключаемся в чат, пишем свои предположения. О чем я. Ну, такая грубейшая ошибка с точки зрения, подсказку могу дать, с точки зрения этики. Профессиональной этики. Давайте подключаемся к нашему чату. Э, как обычно, традиционно. Он у нас с задержкой э, что-то выдает. Итак, э, как вы думаете, какую ошибку допустили ребята э, из Курска в своей работе? Я вам вот на всякий случай отдельные кадры какие-то еще покажу. Работы их, э, такие, ну, такую грубую ошибку. С точки зрения этики телевизионной э, журналистики. Итак, Сережа, молодец, актив. Друзья мои, берите пример у Сергея Попова, у нашего зрителя, который не ковыряет в носу, а активно участвует в обсуждении в чате. Потому что мы с вами пришли не чесать нос и э, развлекаться и э, в носу ковырять. Несмотря на то, что это проект ⁇ Раз-нос ⁇ мы с вами учимся и тренируемся, и воспитываем свое тоже свой профессионализм. Поэтому не бойтесь писать даже всякую ерунду в чате. Может быть, это вы напишите глупости, ошибку. Ничего страшного, вас обязательно поправят ваши же коллеги. И это на пользу только вам. Итак, молодцы, что пишете. Источник видео указывать надо. Нужно указать, откуда брали не свои кадры, чужие материалы. Все, кто это написал, молодцы. Именно про это я хочу сказать, друзья мои. На всякий случай, всем и ребятам из Курска особенно, когда вы используете какую-то архивную... Хроникальные кадры, архивные видео, архивные кадры кадры из фильмов, кадры даже сняты другой студии. Обязательно нужно писать источник этого видео. Ну, то есть там внизу просто титрик, там, не знаю, источник или там из архива, там такого-то, такого-то. И сделать все, чтобы современное поколение не сомневалось в великих подвигах своих дедов и прадедов. Поэтому в год 75-летия Великой Победы... Ой, господи боже мой, что же у вас с интонацией? С такой прямо унылише-унылише. Она не... Эм... Вот знаете как? Это называется формальная подача материала. Когда э, я пытаюсь вроде как э, интонировать, но не получается интонировать. Это все так наиграно, все так не по-настоящему. И вроде как я по-взрослому это делаю, как делают ведущие из большого телевидения. Но получается такая фигня... Ну давайте посмотрим дальше, друзья. Особо важное значение приобретает проведение мероприятий, позволяющих не только отдать дань своей истории, памяти павших, но и обсудить современные вызовы против России. Именно такой разговор состоялся 7 февраля на третьем патриотическом форуме. Курск ⁇ город нашей великой победы. Понятно. Ну, друзья мои. Традиционно, я достаточно уже большой кусочек посмотрел этого шедевра. Это такого новостного репортажа, как выяснилось. Пишем в нашем чатике плюсик традиционно, или минусик. Плюсик, если вас начало, материал, начало этого репортажа зацепило и вы хотите его смотреть дальше. Минусик, если не зацепило. И обязательно указывайте свой возраст, потому что для авторов сюжета очень важно знать, как какой возраст реагирует на э, их Работу. Быть может, у нас, ну я не будь может, а я уверен, что традиционно на разносном лайве у нас разная аудитория: есть и подростки, и детишки, и взрослые люди, руководители студии и так далее. И очень важно, конечно, понять, кто как воспринимает это видео, чтобы алые паруса, впредь, если нам не очень оно нравится, больше не допускали тех ошибок, которые есть. Итак, друзья мои, пишем в чате. Плюсик или минусик. Нравится вам это начало или нет? Зацепило оно вас или нет? Хотите ли вы смотреть дальше это видео для того, чтобы понять что-то, в общем, получить какие-то знания, информацию и так далее? Не вижу активности большой в нашем чате, какие-то стеснительные люди, хотя я вижу, что вы еще здесь. Я понимаю, что, конечно, в праздничный день хочется сидеть и ничего не делать, но... Только не на разносном лайве, потому что праздник праздником, а работа. Ни, работу никто не отменял, ребятки. Так, э, к, ой, Полина, шикарный комментарий. Обращаю внимание всех на э, комментарий Полины. Э, не понравилось ей, ей 18 лет, но это мелочи. Голос как будто бы усыпляет. Зомби такой, такой зомби-парень за кадром, да? Рассказывает о том, как вы. Э, как это? Патриотический форум – это очень-очень хорошо. Смотрите патриотический форум, слушайте его, это будет очень-очень полезно. Ой. Так, ну, в общем, не очень положительные оценки, друзья мои. Давайте посмотрим, быть может, дальше что-то поменяется, потому что на разносном лайве, несмотря на минусы, которые я вижу в чате, и не очень удачное начало, все равно мы смотрим все целиком. Посвященный 77-й годовщине освобождения Курска от немецков. Какой мощный кадр, ну как? От, с отсутствующей композицией. Композиция вышла куда-то погулять, наверное, перекурить это дело во время мероприятия. Не знаю, не знаю. Ребят, э, значит, советую друзьям из Курска, из Алых Парусов, э, почитать, посмотреть видосы в интернете на тему «Композиция кадра». Потому что здесь, к сожалению, тот кадр, который мы с вами сейчас видим на экране, он... Э, очень здесь большой беспорядок, назовем так. Для тех, кто не знает, что такое композиция, композиция и э, композиция кадра это, грубо говоря, порядок в кадре. То есть все на своих местах. Я сейчас об этом не буду долго рассказывать, хотя э, могу! И некоторый мастер-класс, и провожу. Там мастер-класс, как минимум, один большой, где рассказываю про м -м, кадры, в том числе про композицию кадра. Захотите получить информацию, ребят, в интернете во! во! информации поэтому советую настоять на оператору который у вас работает по почитать посмотреть полистать попробовать потренироваться здесь я не вижу оркестра я не понимаю то ли мне экран огромный показывают то ли оркестр показывает но почему то оркестр с обрезанными ногами быть может там какой то страх какой то на сцене в ногах и оператор решил это дело не показывать ну не знаю в общем Смотрим, порядок ушел гулять, это точно. Просто Оля согласен с тобой. Фашистских захватчиков. Организатор форума Курское городское собрание во главе Салы Альберта на чертовой подготовили обширную программу в холле. Во главе Салы Чертовой подготовили обширную программу. Кто вам пишет этот текст? Кто? Почему вы, молодые ребята? произносите формальный, взрослый текст, который вообще не ваш. Кто вас такому научил? Ребятушки, друзья мои, ну что вы, ну что вы, ну что вы? Ну зачем вы так расстраиваете всех зрителей? В филармонии разместились выставки презентации патриотических проектов всероссийской... А смотрите, какие молодые девчонки Презентации клевые, патриотических... Радостные. И какой похоронный голос из морга? Проекта Всероссийской политической партии Единая Россия. Кур... Понятно. Антоша, молчи сейчас. Сейчас вот про политику молчу. Молчу! Смотрим дальше. Курского государственного медицинского университета, Курского государственного университета, Юго-Западного государственного Ох... университета, Курского железнодорожного техникума. Так, оператор дружочек, тебя так не так болтает. Такое ощущение, что там ветер был в 10 баллов. Штормит просто невозможно. Знаете, когда. Я не могу сейчас вам это показать, потому что у меня просто, я боюсь, э -э, ноутбук, если я начну трясти, произойдет какая-нибудь фигня. Поэтому не буду трогать все-таки технику для того, чтобы она спокойно работала. Но так штормит оператора э -э, в этом репортаже. Он не знает, что снимать. Посмотрите, вот этот даже кадр сейчас без звука. Так, сейчас. Вот смотрите, вроде народ фотографируется, да, все там общая какая-то фотография. Че пошел куда-то в сторону, зарезал боковых людей. Поезд, но тогда и сними этот поезд. Вот эта композиция кадра, нет, ребятки, непонятно. То ли мне надо на людей смотреть, то ли на паровоз 75 лет Великой Победы, которая стоит справа. Короче говоря, ребятушки, сорян, но... Неудачно. Так, Александр Блинов, студент первого курса естественного географического факультета КГУ, познакомился со своей мини-панорамой «Курская битва. Решающий бой». А, мини-панорама, так. Центр истории. А где этот Александр Блинов? Чего вы его не показали? Про кого говорите? Главное, рассказать про какого-то Александра Блинова, а его не показали. культурного наследия города Курска представил Народный музей воинской славы Курян. Куда каждый может принести информацию о своем родственнике, участники Великой Ой, Отечественной бог войны, мой, союз курских литераторов, организовал выставку Курские писатели. И, писат... <laughs> И это только половина репортажа. Кошмар. Кошмар, что-нибудь дальше-то будет интересно? Петер экспонировал музей Курской битвы поискового отряда Курган. Я представ... Глядя на фотографии разрушенных войной публик, глядя. Они так, Но ну сори, друзья мои, давайте. Это наше настоящее. Выставочную экспозицию «Экономика Победы» представила отделение по Курской области Главного управления… Ой, печальная печаль! Величайшие события, которые произошли в свое время в э, не просто в нашей стране, а в мире, э, побудили организаторов мероприятия организовать свое мероприятие, а э, Судя по тому, как об этом рассказано, нашими э, юными корреспондентами, это сделано формально. Зачем, друзья мои? это абсолютный текст для галочки. Вот такое ощущение, что мероприятие это было сделано для галочки. Так, ну, нам нужно с вами провести какое-то вознаменование 75-й -го годовщины Великой Победы. Мероприятие. Давайте делаем стенды, там, выставку, нагоним людей, всякую администрацию, каких-нибудь там, не знаю, министров, не министров, ответственных людей. Их снимем, это все. Зафотографируем, ребятки. Зафиксируем на фото и видео пленочку для того, чтобы отчитаться, что мероприятие проведено. Полезное оно было, не полезное, реально интересно или нет, заинтересовало оно людей или нет. Ничего не понятно. То есть, вот сейчас, вот, к сожалению, этот материал студии Алые Паруса э, из Курска нам с вами, как с обычным зрителем, э, показало, что администрация города Курска там вот этого... Э, там какой-то техникум или институт, ребята, извините, пожалуйста, я даже не зафиксировал, потому что такая монотонная подача, ни черта не понятно, Вот сделала говно мероприятие э, в честь Великой Победы. Ну это же сто процентов не так. Я даже вижу, смотрите, какие интересные архивные материалы показаны. Люди сделали какую-то выставку. Блинов сделал какую-то панораму. Своими руками парень что-то сделал интересное, провел исследование, реконструировал это. Серьезную работу провел. Вот. Куча материалов каких-то архивных. То есть целая выставочная экспозиция сделана. Но это такое уныние, Судя по тому, как сделан репортаж, что никто никогда не захочет туда сходить, и никто никогда не поверит, что там реально интересно. Новости должны. Э, сейчас я, извините, я пролистывал, да, а вы не видели эти картинки, новости должны заинтересовывать зрителя или информировать, то есть давать выжженную, выжатую, э, четкую информацию о том, что тогда-то, где, когда и кто. Ну, мы должны понимать, где. Произошло такое-то событие, когда оно произошло, и вкратце, что это за событие. Если оно привлекать должно зрителей нас с вами, то мы должны привлечься. Сейчас, к сожалению, увы, ничего этого нету. Заунывный голос, такой прямо зомбирующий, поминальный абсолютно. Монотонный, канцелярский формальный текст, увы, который не увлекает. Это, знаете, такой: скачали откуда-то. Какое-то такое советское описание, что даже не советское, не хочу оскорблять Советский Союз, ни в коем случае обожаю романтику СССР. А такой, такой взрослый человек уже в возрасте написал э, текст, как его учили еще там, в 80-е, в 70-е, в 60-е годы, и какой-то подросток зачитал этот текст без выражения, точнее, нет, с интонацией взрослого человека, которому совершенно неинтересно. Зачем это вы сделали? Я не знаю. Прям печально. В русском городском собрании... Запу... О, сюжет, может быть, так, можно было бы вставить лайфы. Лайфы. Полина очень хороший совет дает. Лайфы. Это живая какая-то съемка. Просто не разбить вот этот монотонный, как правильно Полина написала, зомби-голос. Я бы даже еще сказал по-другому. Не могу, ребят. Не могу. Не могу использовать эти термины в эфире. Сори запустил проект «Твой личный видеофонд» «Победа-75», где собраны документальные фильмы... Документальные фильмы собраны! ...созданные на основе архивных документов Записи воспоминаний ветеранов Ой, я Майден. проматываю, ребятки, потому правильно что, правильно что ничего, ничего не меняется. Ничего время. я даже потерял. Как отметил в полизации доктор политических наук, профессор Александр Александрович, <свист> 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 наш любимый говнокадр, еще один, ребятки. Как кто-то из вас правильно в комментариях написал Непонятно, что снимали: оркестр или экран, Кто-то написал Кулисы, потому что кулисы в правильные цвета окрашены, красиво, замечательно. Но здесь вот в данном конкретно в этом кадре главное не кулисы и не экран, а человек, который выступает. Чачи. А он у нас в жопе мира находится так, что его никто не видит практически. Россия втянута в информационную войну. Почему нельзя было, например, несколько кадров вот того, как он выступает, выступление пустить? Не знаю. Разжигателями которой являются США и Великобритания желающие превратить Советский Союз из державы победить. Господи, какие-то политические, очевидно, какие-то политические фразы. Блин, ребята, кошмар, как я это не люблю. Запомните, пожалуйста, как бы вас не интересовала политика, но дети должны быть вне политики, и подростки в том числе. Патриотическое воспитание и политика – это разные вещи. Не надо навязывать людям, подросткам, какие-то вот эти сложные политические э, процессы. Историю надо знать, ее надо уважать, чтить и помнить. Но вот эти вот а -а -а -а, кошмар, ребят. Фу, фу, прям печаль. ...в страну агрессор. Не могу. В на мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны возложили студенты Курского железнодорожного техника. А вот Курский железнодорожный техникум. Я техникум правильно запомнил, значит. Депутат Государственной Думы Ольга Михайловна Германова сообщила <связывая> участникам форума, что 6 февраля в первом чтении Думы принят закон об общероссийской минуте молчания. А для чего нам кадры природы в этот момент, я не очень понял. <связывая> Друзья мои, дело в том, что есть такой маленький нюансик. Запомните, пожалуйста, правила. Окей, у вас построен сюжет, построенный полностью на закадре. Это, к сожалению, ужасно. Вот реально ужасно. Э, такого никому не посоветую и не рекомендую никогда так делать. Но э, даже если вы решили по такому пути пойти по определенным каким-то причинам, окей, зритель вам судья, но запомните, пожалуйста, картинка и видео, э, аудио и видеоряд должны совпадать. Сейчас видеоряд в этом сюжете э, не соответствует аудио ряду, который у нас за кадром э, озвучивает парень. Мы говорим про минуту молчания, нам показывают такой пленер, такую пейзажики, речечки, травульки, деревушки. Ну, на мой взгляд, это не, 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 не соответствует. Кто не согласен с этим, пишите быстренько в чат, что я не прав. А если согласны, пишите, что согласны, друзья мои. А то я как сам с собой говорю. Она будет проведена 22 июня в 12 часов 15 минут. От Камчат. Для кого, О, господи, извините, у меня не выдержали нервы, я вы... выключил репортаж. Ди так, диба... сейчас, 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 для кого этот репортаж? Для кого? Скажите, пожалуйста. Для кого? Кто зритель его? Кому 15. это интересно? От Камчатки до Калининграда. 147 миллионов. Это молчали мы сказить правду о Великой Отечественной войне. Опять исказить правду. Алексей Рудаков, Иван Рудаков, телевидение Ванинской школы. Телевидение Ванинской школы. А, Октябрьского района Курской области. Друзья мои, Лешенька, Ванюша, братья, судя по фамилии, а, что хочу вам сказать. Давайте так, не что хочу я вам сказать, а что хотим мы вам сказать. Давайте так, каждый, пожалуйста, кто э -э сегодня у нас на эфире, пишет Лешки и Ваньки, <кос> которых здесь с нами сейчас, судя по всему, нет. А если вы тут пришли вдруг Леша и Ваня, пишите быстренько в чате, а лучше всего звоните мне в прямой эфир, поговорим с вами вживую. Пишем, пожалуйста, э -э в чат. Свои советы, пожелания, рекомендации э, юным медийщикам, авторам, корреспондентам э, Лешке и э, Ване из Октябрьского района Курской области, телевидения э, Ванинской школы. Как же им дальше расти? Потому что сейчас, к сожалению, к моему большому сожалению, репортаж не удался он довольно долгий, затянутый и нудный. А особо смелые зрители сегодняшнего разносного лайва уже пытаются дозвониться по скайпу до меня для того, чтобы вживую. А вот Александр, Александр принять. Видел, Александр, что вы звонили или, или не звонили? Кто готов мне сейчас? Давайте еще раз, ребятки, у меня скайп э, периодически имеет такую особенность, что вы звоните, а звонок не проходит. Вы бросаете трубку, и я увижу пропущенный звонок. Давайте еще разочек: кто готов вживую подсказать курянам, как им дальше расти? Э, как можно улучшить данный материал, данный репортаж? Потому что разносный лайф это не просто монолог Михалева, уже надоевшего ха, многим, а наш с вами разговор. И наш с вами совместный процесс. Итак, кто готов позвонить мне в прямой эфир? А пока вы звоните. Ага, вот Владимир, хорошо. Пытаюсь, попытаюсь Владимира сейчас подключить. Сейчас пытаюсь Владимира подключить. А а, так, Владимир здравствуйте. Владимир, здравствуйте. 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 Володька, а где здравствуйте. же видео? Где же видео? Сейчас будет. Сейчас будет видео. Сейчас будет Володькина видео знаменитое. Так, так, так. О! <laughs> наш, наш парень, постоянный эксперт нашего с вами, э, нашего с вами разноса. Вовка, как жизнь? Нормально. Нормально жизнь? Самоизоляция. Самоизоляция. Вот молодец, правильно. Вов, напомни, пожалуйста, всем, кто впервые на разносном лайве, кто тебя не помнит по прошлому эфиру, из какого ты города? Из Нижнего Новгорода. Нижний на связи, Нижний, молодец, Вовк. Ну, давай. Я очень люблю, когда э, ребят молодые, активные, не просто сидят, ковыряют в носу и смотрят чужие видео или снимают свои не очень удачные видео, а помогают другим. Да, по правилам Кипарь, выглядишь хорошо, Вов, хорошо, с праздником тебя. Ну, давай. Что посоветуем ребятам из Курска? ну в первую очередь нужно писать э, сюжеты сам, самим, ну то есть делать э, сюжет сначала их прочитать для себя и понять будет ли им детям, они же будут рассказывать э, возрастной аудитории то с, подростков, поэтому так. они должны сами понять интересно им это или нет ну Вов, Вовка, ты знаешь, я извини, я тебя перебью и маленький комментарий озвучу. Не всегда подростки или дети делают программы для подростков и детей не обязательно, ведь вы тебе вот сколько лет, Володь? 13. 13 лет ты, в принципе, в свои годы уже можешь, мне кажется, запросто сделать программу не для 13 там, или 12 или 16 летних ребят, а в принципе и для 30-летних людей. То есть важно, чтобы не просто вам было интересно, а важно, чтобы было интересно той аудитории, для которой вы делаете это видео. Кто с этим согласен? В чатик плюс кидает, и мы продолжаем, Володька, твои комментарии слушать. Вот насчет с этим я бы тоже поспорил, потому что uh -huh. ведь студия, скорее всего, школьного телевидения. Конечно. Но ну, я не утверждаю, но ведь она будет в рамках школы. Дальше она, если у нее нет связи с городским телевидением, то дальше она, возможно, до взрослых-то так-то и не дойдет. Да, быть может, такое. Но кто знает, кто знает, <с dari> загадывать не будем. Так. Ну вот это первое. Второе, нужно разно... добавить эмоции. Без этого, ну, никак, я считаю, ни один сюжет не может быть. А что значит эмоции? Ну это же, слушай, вот э, знаешь, какой комментарий, наверное, ребята из э, алых парусов скажут: э, Ну, какие эмоции? Это же Великая Отечественная война, это серьезное мероприятие. Какие эмоции вы хотите? Чтобы вы так весело рассказывали про то, как наши воевали деды и прадеды. Нет, а? ну нужно голосом скорбящим, ну не знаю, ну потому что это был сухой сухой монолог. Вот, вот, молодец, очень хорошая фраза. 13 лет Володе, я, конечно, офигеваю, вов, очень правильные мысли, в хорошем смысле офигеваю, очень правильные мысли. Это был сухой монолог. Не эмоции, это не всегда что-то радостное и веселое, это ваше отношение к тому материалу, который вы Рассказывайте, преподносите зрителю. Давай, Вов, продолжай. Ну, что еще добавить? Конечно, нужно не повысить квалификацию оператора, а просто ему ну, дать Ну, научиться снимать, конечно, научиться Это тоже, сни... сказано грубовато, но получше сделать, улучшить качество съемки. Молодец, 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 что подбираешь слова. Еще что-то хочешь сказать? В принципе, все так вот в общем можно охарактеризовать это видео. Вовка, красавец, молодец! Лайк тебе за комментарий. Очень профессионально, очень по делу. Друзья мои, кто согласен с замечаниями, комментариями и пожеланиями Владимира из Нижнего Новгорода. 13-летнего эксперта разносного лайва сегодня. Пишите плюсик в чат вообще активно активность. Поднимаем активность нашего чата. Володь, спасибо тебе большое. Полностью согласен со всеми твоими комментариями. Оставайся у нас на эфире. Вот, если будут еще комментарии, какие-то мысли, пиши их в чате или дозванивайся, если авторов не будет, с удовольствием с тобой пообщаемся. Договорились? Так точно. Так точно, молодец. Очень правильный, верный ответ Володьке. А мы продолжаем с вами э, наш разносный лайф. Еще разок спасибо большое э, Вовке. Это прям супер. Парень звонит уже второй раз в эфир, если... или третий, по-моему, второй. Вот. И очень конструктивно, очень по делу э, озвучивает свои мысли. Значит, м -м, друзья мои, резюмируем. Резюмируем историю. Итак, э, у нас был новостной сюжет. Неудачный, к сожалению. Единственным плюсом вашего сюжета, друзья мои, из Курска, то, что вы нашли интересное событие. Да, оно очень объемное, а в нем много о чем можно рассказать. Но рассказывать надо с интересом для себя. Сейчас такое ощущение, что вам совершенно интересно. Вас заставили туда идти, сказали, обязательно снимите вот Виктора Петровича, Надежду Ивановну, обязательно снимите стенды, чтобы все было видно. И из-за этого получается скучная такая история. Нам, э, Надя, еще хочет дозвониться. Я сейчас перезваниваю Наде, потому что. Или это не Надя. Э, ну, сейчас э, был звонок, он пропущенный, поэтому сейчас попробуем перезвонить и дозвониться. Э, до. Э до Надежды или до кого-то там еще. Я пока продолжаю, пока мы дозваниваемся. Значит, любите тот материал, с интересом рассказывайте, подавайте свой материал зрителю, потому что сейчас не, не интересно. А, это Антон. Или это так? Нет, это Саша Орлов. Это Саша Орлов, он хочет в эфир. Саша Орлов хочет в эфир, но не отвечает. <сальный sound> Саша Орлов, давай, подключайся, пожалуйста, я тебе перезваниваю. А, с точки зрения операторской работы, да, к сожалению, слабо было сделано, слабо был снят сюжет, что бы порекомендовал. Володя уже сказал, да, подтяните там свой профессионализм. Я уже говорил, ребятки, в Ютубе полно роликов. А, Саша Орлов, не могу до тебя дозвониться, поэтому проверь, пожалуйста, мне кажется, у тебя нет интернета. Что, значит, посмотрите ролики в интернете о том, что такое композиция кадра, о том, что такое крупности планов, о том, как вообще выстраивается кадр, как им работать. Я бы не рекомендовал начинающим операторам, новостным, неважно, игровым работать с, кад с движением. Попробуйте хотя бы освоить статичный кадр. Для этого надо потренироваться и пофоткать просто. Пора фоткать что угодно: людей, природу, дома, предметы. Для того, чтобы набить руку, любой оператор начинает с фотографии. Ну, в принципе, режиссерам, кому угодно, это не повредит, поэтому фотографируйте побольше, для того, чтобы почувствовать кадр. У а, вас сейчас этого чувства, к сожалению, нету, и вам нужно, конечно же, друзья мои, а, а, операторскую часть подтянуть. Уж не знаю, кто из вас, двоих братьев, этим занимается, но очевидно, что двум не помешает. Вот. А, ну все, пока все. Это, мне кажется, два глобальных, там, три глобальных комментария, которые можно озвучить. Не забывайте про лайва, Ребята уже об этом писали. То есть, живое видео. Не закадровый голос, а видео, где мы видим и слышим тот звук, который в данный момент происходит на площадке. А, все. Разнесли. Курск, ну как разнесли, <laughs> наша задача не разнести, а помочь. И именно этим мы с вами занимаемся сегодня на разносном лайве. Кто подключился к нашему эфиру, напоминаю, не забывайте подписываться. Здесь мы с вами смотрим видео, которое вы присылаете на проект «Разнос» и рассказываем про них всю правду. Сегодня несколько героев, мы только что посмотрели работу ребят из Курска, а на очереди следующий шедевр. И это шедевр из Краснодара. Краснодар, вы здесь? Пожалуйста, пишите в чате, если Краснодар тут. А особенно интересует не просто Краснодар, замечательный и любимый, а детская киностудия «Сентябрь». Пока жду ответ. Хлебну немножечко кофейку, промочить связочки. Для вновь пришедших, на всякий случай, напоминаю, что завтра будет у нас разносная игра, интересная очень затея, это не разбор ваших работ, а это абсолютно развлекательная программа, которая наверняка Uh, понравится каждому из вас и будет полезно. А Краснодар здесь я вижу вас в чате, это очень хорошо. Значит, сегодняшний uh, разнос Краснодарской работы будет не в пустоту, а с конкретным человеком. Я надеюсь, что вы позвоните, дозвонитесь нам к нам в эфир после того, как мы посмотрим ваш шедевр uh, и обсудим, что же у вас получилось, что же нет. Будет возможность оправдаться, хотя вы знаете, что я не люблю этого. Но посмотрим еще. Я еще не видел вашей работы, а уже сразу. Настраиваешь типа вам оправдываться. Может, у вас шедевр, который, про который нечего будет ни мне, ни вам, друзья мои, сказать. Вот. А, так, ну что же, а, будем смотреть. На очередь детская киностудия Сентябрь, город Краснодар, который расскажет нам про 14-й фестиваль боевых искусств Сыны Отечества. У нас сегодня такая патриотически, э, патриотическая э, история, хотя разные работы будут, еще раз повторюсь. Но вот сейчас киностудия «Сентябрь» нас будет радовать э, своей историей про фестиваль боевых искусств. Давайте смотреть! Э, а то я все... Я чувствую, я сейчас посмотрю этот и, ш и народ уйдет. Зря, потому что впереди самое интересное. Итак, welcome to нашу просмотровую комнату. И сейчас мы включим звук, чтобы вы все слышали. Погнали. Ой. Центр детского творчества. Замечательно. А, слушайте, напишите мне, пожалуйста, ребятки из Курска. Ой, из Курска. Из Краснодара. У вас там, наверное, уже тепло. Погода прекрасная. Значит, напишите, пожалуйста, мне. Вот вы у вас, по-моему, при каком-то детском центре, что ли, студия находится такая. По-моему, недавно я с вами общался. А может быть и нет. Напишите мне, пожалуйста. Интересно просто. Вы это или не вы? Смотрим дальше. Так, хочу сначала, потому что начало неплохое. Здравствуйте. Сегодня мы посетим 14-й фестиваль боевых искусств Цены Отечества. Гостям будут представлены последние достижения клубов различных единоборств. Ожидается более 100 участников в 13 команд. Ну что, пойдем и сами узнаем, как это все будет. Давай. Итак, начало сюжета начало, это, значит, явно новостной какой-то, ну, сюжет. Пишем в чат, поднимаем активность в нашем чате и пишем плюсик или минусик. Плюсик, если сюжет зацепил и понравил, ну, как бы хочется смотреть его дальше, это значит зацепил. Или не вызвал интереса, и вы считаете, что дальше, в принципе, что-то неинтересное. Не забывайте писать свой возраст обязательно, для авторов это будет очень полезно. А пока вы отправляете свои оценки в чат, скажу вам, что тот опрос, который я сейчас провожу, и прошу вас высказать свое мнение, крайне важно для любого автора, поскольку сейчас, да и раньше абсолютно, зритель мог выбрать то, что он смотрит. Сейчас, если мы смотрим материал на ютубе, мы щелчком просто тыканьем пальца в экран или слистыванием каким-нибудь переключаем видео, если оно нас за первые там... 15 секунд не заинтересовало, не зацепило. На экране телевизионном точно так же. Мы просто берем пультик, и это такой вредитель э -э каждого медиа-творца. потому что если бы пульта не было, человек бы не вставал бы, не шел бы к телевизору бы, а сидел бы и уж смотрел дальше. А сейчас, может, не поднимая пятой точки, пультик чпок, и переключить канал, и не смотреть программу вашу. Поэтому зрителя надо удерживать и цеплять с первых секунд времени, а тем временем поступают первые оценки на эти первые секунды работы Краснодара, все плюсы вы посмотрите, то есть и 19, 16, 13 лет, 18, 9 лет, этому возрасту сюжет понравился. Ну, не сюжет понравился в целом, а начало понравилось, оно привлекло внимание зрителей. Это очень хорошо. Давайте посмотрим, удержите ли вы это внимание наше своей работой. Кстати, давайте так. Э, немножечко добавлю правды, а то плюсы, плюсы накидали. Э, хорошо выбрали музыку. Музыка достаточно динамична. Смотрите, как музыка помогает э, ну, сделать сюжет... Интересным и вовлекает зрителя. Класс, ребят, молодцы, музыку подобрали хорошо. Но есть и э, неудачный, на мой взгляд, момент, на который хочу обратить ваше внимание. Давайте так, отмотаю чуть-чуть на начало. Э, титр, классный график, кстати говоря, это прям вам. Это лайк. Like. Молодцы красавцы, краснодарцы. А вот э, Оле и Егору, э, Аленчику и Егорычу хочу. Э, Посоветовать, Ну, если, конечно, вы здесь, или а, если вы не смотрите этот эфир, передайте, пожалуйста, Оле и Егору, что им нужно поработать над речью. А, судя по тому, что они в куртках, не так а, тепло в Краснодаре, как обычно, но, тем не менее, это незаметенный Северный полюс с снегами, и а, где зуб на зуб не попадает, поэтому мы говорим вот так вот, да, с такой артикуляцией. Послушайте еще раз внимательно, как они говорят вкус цены отечества. 14 фестиваль. 14 фестиваль. Не 14 фестиваль, а 14 фестиваль. Поняли, о чем я, да, говорю? Боевых искусств цены отечества. Гостям будут представлены последние. будут представлены последние... последние достижения клубов различных единоборств. Ожидается... Алюнчик тут. Молодец, Алюнь. Это более 100 участников, 13 команд. Значит, смотрите, друзья мои. Есть простая абсолютная история. Если вы про нее не знаете, я сейчас открою вам Америку, но я думаю, что все про нее знают. Это артикуляционная гимнастика. Это специальные упражнения, которые разминают нам речевой наш аппарат. Губы, щеки, язык, голосовые связки, шею и так далее. У нас э, здесь огромное количество мышц, и если мы их тренировать не будем, у нас будет вот такая вот речь, и никто нас не поймет, понимаете? Потому что мы будем говорить вот так, или будем говорить вот так вот, потому что у нас все зажато, зубы все вместе, и рот не открывается. Для ведущего, который находится в кадре, это недопустимо, а для ведущего, который за кадром, уж, за кадром уж тем более, потому что мы только звук будем воспринимать, а по звуку мы половину звуков не разберем. Поняли, друзья мои, итак, артикуляция. Это то, на чем надо, над чем нужно работать каждому из вас, абсолютно каждому из вас, даже мне. Видите, у меня язык уже заплетается. И uh, уж тем более людям, которые находятся в кадре. Ну что, пойдем и сами узнаем, как это все будет. Да. Давай. Вот смотрите, не люблю на самом деле вот эти вот постановочные, наигранные. Uh, диалоги типа привет Маша привет Вася ну что пойдем посмотрим на это событие давай пойдем на это событие посмотрим как интересно ой как интересно замечательно не очень это я дело люблю но здесь почему-то вот не знаю по моему личному восприятию как-то ну, так сильно не режет глаза может быть благодаря музыке может быть благодаря все-таки какой-то свежести и парни и девчонки вот они не искусственные какие-то обратите внимание на текст это не унылое повествование, как, например, в предыдущем сюжете, который мы с вами смотрели. А это все-таки я верю, что они говорят от себя, несмотря на то, что они нам из, из, ну, рассказывают в начале Сегодня мы посетим такой... 14-й фестиваль боевых искусств сыны отечества. 14 фестиваль рассказывает что-то с такой зажатой артикуляцией. Вот. Значит, оператору совет: либо ты живи уж поактивнее, сынок, либо поспокойнее камеру. Да что ни туда, ни сюда. Видите, последний. такое ощущение, что в руках поактивнее может быть движение камеры камеры, если ты хочешь заявить э, вот этого вот движения. Либо уж статику тогда поставь какое то Достижение клубов различных единоборств. А то, э, наверное, со стабилизатора снимали, а стабилизатор не очень хороший, и периодически дергается картинка. Это такой нюанс, уже прям микрончики такие вот, ребятки. И э, старайтесь на эти микрончики обращать внимание в будущем просто, как вам уже, в принципе автором неплохого сюжета дальше развиваться и расти. Смотрим. Пытается более 100 участников, 13 команд. Да. Ну что? Пошли, пошли. Все, так, это я сказал. Кстати говоря, оправданно не очень люблю эффекты, но вот здесь вот этот вот эффект, он э, оправдан абсолютно, потому что динамичная музыка оправдывает этот эффект. Молодые ребята в кадре с хорошей подачей, <кхм> Яркая картинка, поэтому здесь это уместно. Но посмотрим. А то, быть может, увлечетесь этими эффектами, и будет адский ад. Главное, ими не злоупотреблять. Молодцы, что тут клик прямая. Смазка хорошо. О, проход в Хороший шпигель, молодцы. Не злоупотребляйте, осторожней с этим. Вот клик. Все, в принципе, пора заканчивать. Вот сейчас по хронометражу надо уже заканчивать. Уже долго затянули. Нужно... Шпигель это такой, ну, назовем так, анонс. Это то, что идет в начале ролика. В Ютубе, например, это... Ну, крайне такая популярная история, и она оправдана абсолютно, и даже в, в выпусках разноса это используется, там в последних можете посмотреть, где э, показываются самые ну такие цепляющие яркие фразы или эпизоды того, что будет дальше. Это абсолютно не э, продажа какого-то интересного, интересных моментов, да, не спойлер, нет, ни в коем случае. Зритель, особенно зритель в интернете, должен сразу увлечься вашим действием. Просто подводка на улице, что мы с вами побываем на фестивале боевых искусств, это мало. Понятное дело, очень круто. Вы берете, показываете кадры с этого фестиваля, как там круто, как там разбивают доски, как там маршируют, тренируются, жюри, люди ликуют, радуются и так далее. Но это должно быть прямо коротко и максимально ярко. Вот сейчас, на этом моменте по хронометражу, у вас где-то 42 секунды, чтобы потом, если вы будете проводить работу над ошибками. Эм... Господи, боже мой. А я вот вк включите просмотровый зал, написал Сергей. Я надеюсь, что я его включил. Извините. Эм... Чтобы это зацепило. Дальше уже начинает зритель немножко уставать, утомляться. Его надо опять чем-то удивить. Быть может, это кадр последний, который сейчас, да, у нас на экране. Посмотрим. Быть может быть, вы услышали, почувствовали вот эту вот ну, уже предел. Посмотрим. Нет, вы еще песни показываете. Что? В общем, чуть-чуть надо было подсократь, прям чуть-чуть. Что вы сегодня будете показывать на соревнованиях? А, сегодня мы показываем программу, которую мы готовились. Смотрите, молодцы какие, правильно держите микрофон, не закрыто ведущая, ну, корреспондент. Живая камера абсолютно здесь оправдана. Посмотрим. Ну, я не, не могу сказать, что мега крутой вопрос какой-то. Потому что я бы на месте, дядьки, сказал, что Хотите узнать, что я буду показывать? Так идите и смотрите, мы сейчас вам покажем. Вот. Старайтесь, конечно, вопросы неформальные подбирать, а что-нибудь поинтереснее, что скрыто за кадром. Ну, например, вот эти вот сейчас парни будут показывать приемы единоборств. Вот интересно было бы. И мы в кадре наверняка это увидим. А если бы вы спросили, как долго вы готовились к этому выступлению? Это то, что мы никогда в кадре не увидим и не узнаем на самом мероприятии. Вот это вот вопрос, который будет дополнять зрителю э, информационный поток об этом событии. С ребятами, то есть это основные боксерские упражнения, О, встречи, боксерские удары, упражнения. Э, развитие, проваливаем соперника. В общем, такая интересная, динамичная работа. А, я считаю, что в принципе, когда э, мальчик э, занимается спортом... А вот тут вот смотрите, когда... Вы только что озвучили вопрос. Что вы будете показывать на э, этом мероприятии? И дядька тренер нам это рассказал. Хотя мне чего не хватило сейчас? Давайте быстренько, ребятки, в разговоре с дядькой тренером пишем в чатике в нашем. А? Чего не хватает? Пишем в чатике. Быстренько. А? Конечно, мне не хватает титра. Что это за мужик? То что на нем написано "Динамо" и крупными буквами "Бокс"? Это абсолютно ни о чем не говорит. Как его зовут? Виктор Петрович, э, Ибрагим Иванович. Кто это? Это главный тренер, там, не знаю, может быть, сборной Краснодарского края, клуба «Динамо». Может быть, это, не знаю, директор э, спортивной школы номер 78. Это важный момент. У вас хороший пока материал, хорошая подача, но когда вы общаетесь с важным человеком, а не просто проводите стритток, ну то есть там, опрос просто зрителей, да, как дальше будет, надо обязательно титровать, конечно, человека. Итак. Вы э, здесь задаете конкретный вопрос, смотрите какой. Что вы сегодня будете показывать на соревнованиях? Что вы сегодня будете показывать на соревнованиях? Дядька отвечает, извините, что дядька, потому что я не знаю как его зовут, вы не оттитровали, не представили его никак. Дядька будет дядька тренер, дядька боксер. Вот что вы сегодня будете показывать на соревнованиях. И дальше у вас появляется в кадре тетка, потому что тоже титра нет, извините это тетка, которая тоже что-то говорит. Очевидно, она отвечает на тот же самый вопрос, что вы сегодня будете показывать на соревнованиях, когда вы берете опрос ну делайте опрос вы задаете вопрос один раз а потом несколько вариантов ответов на этот вопрос но если вы задаете разные вопросы эти вопросы должны быть озвучены в кадре иначе зрители не поймет или Дядька ответил на вопрос. Дальше опять какие-то кадры, например, их выступлений вот этих боксеров, хрясь, 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 там побросали, друг другу морду, побили, показали, какие они классные, и замечательные. А теперь дальше, увидев это, зрительница из зала вот этого тетька, нам, ну, с нами делится своими эмоциями. Считаю, что в принципе, когда мальчик занимается спортом, это здорово, это в первую очередь его физическое здоровье, это общая физическая подготовка, но. А еще смотрите, не бойтесь перекрывать вот этот длинный такой монолог этой uh, женщины uh, не бойтесь перекрывать планами с мероприятия вот она рассказывает про спорт можно запросто показать один-два кадра, как, ну, с выступлений, да, как ребята там, не знаю, соревнуются или демонстрируют свои вот эти те же самые боксерские приемы и навыки легко. Это только украсит и разбавит, разнообразит картинку для зрителя. Одной живой такой динамичной камерой э, лучше не обходиться. А для того, чтобы мы... А еще обратить, Оля, Оля, классно, что ты пришла сегодня на эфир. Обратите внимание на Олю, Оля. Спасибо тебе большое за то, что тебе и интересно. Может, ты ни хрена не понимаешь, что тебе рассказывают. И вообще, вот эти боксеры и спорт для тебя вообще абсолютно пофиг тебе на него. И неинтересно. Но то, что ты в кадре максимально визуально личиком своим увлечена, зритель невольно тоже будет увлекаться. Друзья мои, обратите на это внимание все. Оли Лайк, молодец, твое поведение в кадре это прямо красавелла! Красавелла. Идем дальше. Было больно, он смог себя защитить. Именно для этого мы и посещаем секцию, где есть тренер, наставник, который научит делать это максимально экологично для его здоровья. Максимально экологично для его здоровья? Что-то я, может, в русском языке не понимаю? Ребята, напишите мне, пожалуйста, максимально экологично. Это по-русски? Что-то меня смущает. Максимально экологично для своего здоровья вот еще что важно. Почему ты решила именно на этот спорт пойти? Ну, мне нравятся боевые виды искусства, и это не то чтобы просто. Так извините, у меня, поскольку я дома, я вдруг услышал какой-то стук, и показалось, что кто-то упал. Вот, ну, вроде все, крика нету. Все живы, значит, либо уже не могут кричать. Тут, ну, после эфира посмотрю. Просто махание руками это философия. Мне это очень нравится, и поэтому я занимаюсь этим делом. А знаете, как было бы круто, если бы я во время интервью этой девочки увидел бы эту девочку в работе, как она выступала только что на площадке. Вот это было бы, конечно, классно. Я вам сейчас наговариваю для того, чтобы вы понимали, куда расти, дорогой мой Краснодар. А Сергей Попов тем временем. Эм подсказывает мне, может, типа, не вредя своему здоровью. Наверное, Сереж, именно это и имела в виду та тетя, безымянная, неизвестная нам, мама своего юнца, который занимается спортом. А есть во время тренировок какие-то поблажки для девочек? Вот, ну смотрите, вот это вот клево, вот это хороший стык, только что говорили с девочкой, а теперь вопрос, ответ на который мы не увидим на мероприятии. Поблажки девочек в спорте. Мне интересно, что ответит этот э, неизвестный дядька. Делаете? Нет, к сожалению, или к счастью, никаких поблажек. Вот, девочки у нас э, сейчас занимают лидирующие позиции. Вау. Девчонки у нас ну, просто очень сильные. Ну, руками философия, да, Полина, согласен. Это классно. О! Ох о, ты! О! Вау! Она воткнула нож. Вы подождите, убийство в кадре! Смотри. Хрязь! Ух ты! Класс! Ну, суть, вот классно, как вы подобрали музыку здоровски, а? Как это прямо драйв подчеркивает в кадре. Клипы вам нравится делать, да? Какой классный стоп-кадр, да, я сделал? Ох, это вы меня вдохновили, вы Краснодар. Долгую. Какие вот вы ощущения испытываете, когда ваш ребенок отправляется на соревнования или на тренировки? <laughs> я не знаю, я даже, наверное, больше переживаю, конечно. Ну, такая, конечно, прямая склейка не очень удачна, потому что у вас вроде как этого нету в самом сюжете. А здесь вдруг, смотрите, что такое прямая склейка. Парень задал вопрос, и тут же Миганика, ну, вероятно, там вырезали какой-то процесс думания тети или паузу какую-то ненужную, или, может быть, она какой-то неудачный ответ начала озвучивать, и потом вы поняли, что это все можно выбросить, и оставили только, ну, самое что-то интересное. Вот, ребят... Либо вы используете этот прием монтажный в течение всего выпуска, всей программы, либо э, старайтесь все-таки перекрывать и по телевизионному мысли. Я даже, наверное, больше переживаю, конечно, за него. Ну и хотелось бы, чтобы Опять, дети, ответ. которые ходят на такие... Долгий ответ. Ребят, когда вы берете интервью у э, зрителей, вот тут в, данном, в данной ситуации у родителей, э, научитесь монтировать ответы. Нельзя брать и тупо весь ответ респондента, ну, в данном случае, там, чьей-то мамы тоже тетеньки какой-то, вставлять в эфир а, нужно вычленять самый там самую яркую короткую фразу потому что длинные ответы это сразу провисание ритмов в репортажа в вашем материале виды спорта как бы были увереннее в себе почему ты выбрал из боевых искусств или из других видов спорта именно ты классно что вы и с родителями и с ребятами поговорили молодцы Фондор. Ну, мне больше нравятся боевые искусства тем, что там красивые. Вот смотрите, мне, как лохозрителю, тупому мальчику Антоше из Москвы, непонятно. Я не знаю, что такое боевое искусство. Вот только что был бокс, теперь прозвучал тейквондо, может быть, какой-нибудь карате, может быть, еще что-то там, еще что-то появится и так далее. Вот смотрите, друзья, было бы неплохо, чтобы вы, конечно, на более широкую аудиторию работали и. Описали, что здесь и бокс, и Вандо, и карате, и какой-то джиу-джитсу и так далее, и демонстрируют свои умения, навыки, полученные ребята перед широкой аудиторией. Ну там я не знаю как-то, да. Ну то есть сказали, что это то, что есть разные виды э, вот этих вот единоборств. Удары, растяжка. Осознать а легко вид спорта. Вот в чем Созрай. особенность э, дзюдо? О, oh, дзюдо, видите? Самбо. Мы сейчас... Это Мы сейчас... Дзюдо, самбо. Мы сейчас... Дзюдо. Самбо. Особенность дзюдо. Самбо. Не могу. Просто 5 баллов. Ребята. Это ошибка корреспондента сейчас, конечно. Но надо было узнать, чем парень-то занимается дзюдо или самбо. Это разные вещи, видать, оказывается. А, это было смешно. Мы сейчас, мы сейчас ее... Дзюдо. А я вообще-то сейчас занимаюсь самбо, а не дзюдо. Но парень хоть как-то выкрутился. Ну, пофиг, ну, дзюдо, самбо, вот это вот махание руками. Дзюдо, самбо... По-моему, ну, главная особенность в приемах, так как, делая приемы, мы отрабатываем технику. Технику боя, а также. Ребят, вот сейчас, пока, конечно, друзья, Краснодар, я бы вам посоветовал разнообразить интервью. Сейчас у вас очень простой такой принцип монтажа интервью. Вы просто озвучиваете, ну, вставляете в монтаж ответ человеку, которому задаете вопрос, и все. Сейчас, вообще, вот смотрите, парень, у которого вы берете, тоже безымянный мужик какой-то, ну, мужик, мальчишка. Он отворачивается в сторону. Uh, cover up. Или как правильно это называется в борьбе, сори, я просто не знаю. Uh, ну, в общем, uh, отворачивается от камеры, мы его не видим, мы видим затылок, мы видим профиль ведущего корреспондента и затылок парня, у которого берут интервью. Это неинтересно зрителю смотреть. Вы можете задать ему вопрос в кадре, он начинает в кадре говорить, а дальше иллюстрировать это другими планами. Ну, если мальчик так себя повел, видите как? Ну, слушайте, он же не профессиональный ведущий, он просто парень, который занимается самбо. А не дзюдо на минуточку обратите на это внимание не только ребята из Краснодара, но и абсолютно все зрители, которые сегодня смотрят разносный лайф. Превосходство на противника. А, тебе приходилось хоть раз применять э, свои умения против кого-либо в простой жизни? Э, нет, такого еще не удавалось. Так. Еще не удавалось. А вы знаете правило, что ни в коем случае свои полученные знания Приемы нельзя использовать э, в нападении на кого-то. Только для самообороны. Так как я э, избегаю разные конфликты. А, молодец. Э, лучше уж сначала поговорить, а если драки не избежать, то лучше... Ребятки, встретите этого парня в Краснодаре. Передайте от меня ему большой привет. Он молодец. Класс. ...применить свои знания. Очень правильное отношение. Молодец. Не боритесь никогда, только если для самообороны. О, ваши любимые клипаки пошли. Вот смотрите, как мы снимали много материала, молодцы. Вот этими планами запросто могли проиллюстрировать э, интервью с самбистом, запросто. А сейчас просто вы раздуваете хронометраж ради клипов, которые уже все, эти клипы уже были, ребят, они уже не работают, неинтересны. Смотрите, как много материалов мы снимали. Почему его не использовали в процессе э, монтажа интервью? Ну, обидно. И опять все. Как вообще как родители к этому относятся? Они считают что это опасный вид спорта, то, что можно сильно пораниться? Нет, мои ничего не считают. Нет. Вот я видел, кто-то сломал дом. Ребятки, пишет а, наш пользователь ПВА, что а, ездит по видео и по звуку задержка. Напишите, пожалуйста, все ли хорошо в трансляции, все ли хорошо в прямом эфире. А, пожалуйста, в чатике напишите, все окей, или это какая-то общая проблема, и мне надо что-то сделать, я не знаю что, потому что у меня, в принципе, написано, что все хорошо, все зелененькое, все отлично. Но если вдруг, напишите мне, пожалуйста, быть может это просто проблема какая-то единичная конкретного человека, и может быть там у вас с интернетом беда. Напишите, пожалуйста, мне в чате, все ли хорошо, слышно меня, видно ли, все ли окей. Живы ли вы еще, ребятки? Может быть, уснули уже. Вот насколько сложно это сделать, и какие тренировки нужно проводить. Очень хорошая Полина, комментарий полностью согласен. Очень прикольный план обалдевших детишек, которые сидят. Молодцы, да, это прям класс, это зрители. Так. Нет, мои ничего не считают. Нет. Вот я видел, кто-то сломал доску. Вот насколько сложно это сделать, и какие тренировки нужно проводить. Тренировки рука. Вижу ваши ответы, спасибо, что все хорошо. Делайте разные упражнения. Ну, там нужно больше не ни... как ее Вот, э, давайте так. Напишите мне, пожалуйста, все абсолютно зрители, кто э, в состоянии дотянуться до клавиатуры и до чата. Э, не кажется ли вам, что уже в принципе сюжет, ну, как бы исчерпал наше внимание? Uh, не кажется ли вам, что его надо уже заканчивать? А нам все еще что-то рассказывают, рассказывают, и вроде как, или, или это мое неправильное мнение. Ну-ка, давайте-ка пишем uh, Еще разочек. Не кажется ли вам, что сюжет в принципе уже надо заканчивать, что он немножечко затянутый? Хорошая шутка. Экология здоровья это если ты сделал из бумаги, и чтобы тебя не выкидывали, а сдавали в макулатуру. Вот Сергей, например, отделяет мою позицию, уже начинает надоедать. Хороший материал, хорошо снят, но уже, да, вот видите, соглашаетесь вы со мной, действительно, друзья мои, Краснодар, родненькие, сентябрьские мои птенцы, вот видите, не только мое мнение, уже все, уже м, однообразие возникает. Ну давайте еще немножко вас посмотрим, поймем, что дальше. Мать, нужно просто не думая бить. Немножко больно, но терпимо. А школа как-то мешает э, твоему виду спорта, увлечению? Нет, я все успеваю. Просто беру дополнительные задания, чтобы не запускать. Как-нибудь вот в один момент все бросить. Я просто, ребятки, я перематываю уже. Начинаю перематывать, потому что, понятно, берете интервью одного у другого. Интересно, какие-то еще формы вы э, даете или нет. И повторюсь, видите, сюжет все никак не заканчивается. Я уже его перематываю, он все никак не заканчивается. <чи pressured> <crouch> Уйти. Конечно, хотелось. Такое бывает часто. Да, конечно, хотелось, но именно вот за счет, наоборот, вот как-то вдохновлять. Ребят, как вам мероприятие? Дежурный вопрос. Штамп номер 38. Как вам мероприятие? Классное мероприятие, ответят они. Для чего тратить хронометраж на этот формальный вопрос? Прям жалко. Отлично! отлично, отлично. Отлично. Ребятки, отлично. Конечно, что же они еще могли сказать? Они сами пришли на это мероприятие, тренировались, готовились, ждали его. И вы подходите и спрашиваете, как у вас мероприятие? Они говорят, говно ваше мероприятие. Да нет, конечно. Они скажут, что все круто. Для них это праздник. Здравствуйте, но нам тренер пообещал, мы дальше, мы еще спарринг не закончили, мы еще в конце спарринг один проведем. О, что-то тренер пообещал там. А, мне больше всего понравилось доски. Ага. Опять клипаки пошли. А, награждение пошло. Церемония награждения. Ну, э, стабилизатор, конечно, друзья мои, вас прям спасает. Красиво, динамично, плавно, ровно. Молодцы. Чик. Чик, все, уже как? Ну зачем так долго-то? Чик. Молодцы. Чик, да, молодцы. Чик, все грязь, награждение. Ну все, вот это, вот это уже, вот это, ребятки, интерес совсем потеряли. Это будет интересно, знаете, тем, кто участвовал только в этом мероприятии, потому что они будут следить за картинкой и ждать себя в кадре. А обычному зрителю нам с вами уже не интересно. Так, проматываю. Долгое награждение, награждение, награждение. Мама радуется, как здорово. Общая фотография. Мы выяснили, что боевые искусства нужны не только для самозащиты, но и для закалки духа и укрепления здоровья. Безусловно. Вот, друзья мои, обратите внимание сейчас как на то, как работает стабилизатор на вашей камере. Вот для такой проходки он не подходит, потому что плывут фоны, у вас не оптически, видать, а цифровой стабилизатор. И получается, вот обратите внимание на планы, ну, на часть кадра, которая сбоку от ведущих. Смотрите, как она плывет. Видите, как плывет? Потому что стабилизатор пытается стабилизировать картинку. Ну, вам, может быть, не видно это в, на экране в трансляции, но обратите на это внимание, Краснодар на будущее. Все свои способности. Занимайтесь спортом и принимайте участие в подобных мероприятиях. Ну, глаза-то, Алюнь, куда глаза опустила? Боишься споткнуться, что ли? Мать, ты чего? На зрителя отсмотреть. До свидания. Ну что, Центр детского творчества а, «Прикубанский» 2020 год. Ха, неплохо, неплохо, друзья мои. Ставим оценочку по пятибалльной системе в нашем чате, где пятерка – это супер-пупер, а, единица – это полный кошмар. Возможно, любые промежуточные фазы, а, то бишь 1, 2, 3, 4, 5, не забывайте писать свой возраст, это очень важно ребятам из Краснодара. А, ну а кубанские наши журналисты уже пытаются в скайпе позвонить давайте друзья мои звоните мне в прямой эфир для того чтобы вживую обсудить Ваше творчество, Краснодар, студия Сентябрь. Параллельно мы смотрим с вами в чат на ваши оценки. Пожалуйста, не пожалейте оценки для коллег. Не только своей работы, надо уметь смотреть и оценивать, но и работы других авторов. Поверьте мне, это крайне важно. Есть оценки хорошие, но... Затянутость определенный. Ну, давайте. Давайте, Краснодар! Набирайте в скайпе номерочек. Если я не отвечаю, вешайте трубку. Я сейчас увижу ваш пропущенный звоночек, перезвоню. Так. Нормально, затянуто, пишут. Нужно показать ход. Я не очень понимаю, что значит, нужно показать ход. 45 Девятилетний э, Саша Орлов ставит. Ага, хорошо, пятерка. Есть, пятерка, четверочки есть. Давайте, друзья мои, кто из Краснодара-то готов? Вы же были у меня на эфире. Значит, вы где-то здесь, где-то под боком, где-то рядышком. <с> а, нужно показать ход, то бишь, все моменты. Ах, испугались краснодарские журналисты. Не звонят мне в эфир. Быть может, кто-то другой готов позвонить. У вас есть такая возможность. Пожалуйста, <с> номер скайпа, э, точнее номер, <с> имя в скайпе нашего проекта у вас на экране. Поэтому легко заходите в скайп, находите разнос, стучитесь и звоните. Я с удовольствием с вами вживую пообщаюсь. Пока вы пытаетесь дозвониться, я поделюсь своими, наверное, несколькими выводами относительно программы ребят из Краснодара. Значит, в целом, конечно, то, что меня безумно порадовало, это живые, приятные ведущие в кадре. Это правильная работа в кадре с точки зрения позиции корреспондента. Это то, что я вижу, что ребята, ну, как минимум визуально увлечены той историей тем, что они рассказывают и это конечно вовлекает зрителя плюсом является съемка я уж не знаю кто снимает ваш руководитель один из учеников вашей студии или еще кто то но есть очень хорошие планы, очень хорошие кадры. Молодцы, продолжайте в том же духе. Обратите внимание на движение. Видать, у вас камеры и стабилизатор не предназначены для медленного движения. Вот когда активно вы работаете, там облеты во время соревнований, во время церемонии награждения, там получается хорошо, неплохо. Вот в медленной, например, финальной проходке это не очень удачно работает. Или там в начальной подводочке, в начале репортажа тоже плавали фаны. И не очень удачно камера справлялась с движением этой камеры. Камеры. Что еще? Самый главный минус вашего сюжета, это, как уже многие написали, молодцы, кто в чате написал по поводу хронометража и затянутости, полностью вас поддерживают, да, это самый большой минус. Затянули. Можно было сейчас причем смотреть, давайте так, я сейчас так, посмотрю, сколько ваш сюжет. Ваш сюжет длился 6,40. 6 минут 40 секунд. Вот поверьте мне, сократите его до трех минут это будет бомбический офигенный материал. Не бойтесь перекрывать э, интервью людей э, планами с мероприятия. Вы сейчас такое ощущение хотели. Ой, я сейчас все впихну. Все, все, все. А это ошибка. Надо от чего-то отказываться. Вы наснимали, очевидно, много материала, это очень хорошо. Взяли много разного интервью, разных интервью. И у родителей, и у тренерского состава и у детишек, быть может быть, не помешало бы интервью у какого нибудь из организаторов. Ну, оно не помешает. Ну, может быть, даже вы его взяли, но не поставили. Ничего страшного. Мне, кстати говоря, если бы я был организатором, я был бы счастлив оказаться в такого качества хорошего материале. Но окей, дело не ваше, и в принципе это вам делает только честь, это не заказуха какая-то, а быть может быть интересное для вас событие. И это чувствуется, ну, нами, зрителями. А, значит, Спасибо за совет. Оль, так ты позвони! Трусишка! Советы! Боится Краснодар позвонить набрать нас. А, не бой, пусть вас увидит вся страна, все зрители разноса. Я прям показал бы ваши лица. А, значит, о, а вот звонок, ура! Давайте посмотрим, Смотрим, кто это. Кто это? Кто это сейчас? А, Егор. Ну, по крайней мере, написано, что это Егор. А Егор, тебя не слышно и не видно. Не видно, не слышно. Не видно и не слышно Егора. Вот, чтобы вы видели, я вижу серый экран у Егора Блинова. Вот. И не вижу, не слышу его. Очень... О! По-моему, начал тебя слышать, Егор. Нет. Сорян. Не слышу. Попробую перезвонить Егору, друзья мои. У нас это разнос лайв. Здесь все по-настоящему, все вживую. Абсолютно нет никаких подстав, никаких договоренностей. Типа, ты мне позвонишь, я тебе отвечу. Нифига подобного. А, хоро хороший комментарий у Саши Орлова. Жалко же выкидывать хороший отснятый материал. Действительно жалко. Но, э, ты знаешь, профессионал-медийщик, с этим, с этим сталкиваются все. И я, в том числе, кстати говоря, тоже сталкивался неоднократно. И даже когда в свое время снимал 5 э, лет э, сюжеты для э, киножурнала «Ералаш», у меня был случай, когда я... Э, Вынужден был отказаться от чего-то. Я снял сам себя в сюжете. Сам себя. Мы, причем, кстати говоря, Краснодар снимали в Анапе. Понимаете, да, что это прям совсем рядышком. Вот. На виноградниках. Все было красиво, замечательно. И потом, когда я приехал в Москву, мы стали монтировать сюжет. И я его смонтировал, включая ту сцену, в которой я сам себя снимал. Вот, и я понял, что эта сцена, она уже, это называется, тянет, то есть уже затянута долго. Ее на, ну, надо что-то выбрасывать. И я вырезал сам себя со слезами, конечно, на глазах. Как жалко было бы, так бы я бы увидел себя на экране, на большом, на телеке и так далее. Но я отказался от этого ради того, чтобы получился хороший материал. Поэтому не бойтесь выбрасывать что-то лишнее. Эм... Находите самую главную суть сюжета. Эм... У вас есть тренер, у вас есть родители, у вас есть ребята. Вот Настоятельно рекомендую Краснодару, который мне не звонит. Видать, испугался. Краснодар испугался моих разносов. А зря. Зря. Я, конечно, при... неприятный, противный человек. Злой очень. Но иногда я бываю милым. Вот. Значит, сократите свой сюжет. Сделайте такую работу над ошибками. Лабораторную работу. Возьми, возьмите прям ваш материал и сократите ваш сюжет с 6.40 до 3 минут ровно. И... Посмотрите, что получится. Мне кажется, у вас получится шикарный, прекрасный материал. И дальше стремитесь именно к этому. Ну, жалко, что Краснодар так и не дозвонился. Печально, очень. Быть может, какая-то проблема с интернетом, со связью. Я надеюсь, что вы не испугались, а просто реально не можете никак дозвониться или там какая-то фигня интернет подводит. Вот. Мы с вами продолжаем сегодняшний разносный лайв. Давайте в чатике напишем, кто жив, кто готов дальше смотреть. Все ли вы тут? Смотрим дальше или не смотрим? Потому что впереди у нас есть еще несколько работ, поверьте мне, они стоящие и другие совершенно по жанру имеет смысл их сегодня посмотреть для тех, кто вновь пришел на этот эфир только сейчас подключился, напоминаю, что этот проект разнос, проект, куда вы присылаете свой видос, я сую свой большой нос в ваше видео, рассказываю про него всю правду. Сегодня разносный лайф прямой эфир, когда мы не постановочно, ну не то, что постановочно, без монтажа вживую смотрим ваше творчество вместе со мной, говорим про него всю правду, ставим оценки, оцениваем и так далее. Так, одна Полина ответила, что она тут. Полин. Ну, раз ты одна ответила на мой вопрос, все ли тут и можем ли мы... А, нет, еще кто-то, замечательно. Ох, сейчас просто нет возможности позвонить. Олька, олька. Это гнилые отмазки, ты же понимаешь, сейчас нет возможности позвонить. Было бы желание. Вы же знали про эфир или не знали. Ладно, не будем сейчас копаться в причинах. У вас была возможность, вы ей не воспользовались, а могли бы воспользоваться и прославились бы на весь разнос. Так. А Переходим к следующему герою нашего сегодняшнего разносного лайва, Коль еще парочка, троечка э, несчастных привязанных э, к э, планшету, телефону или компьютеру человек остались у нас на эфире. Перебежаем, перелетаем в Выборг. Выборг, здесь ли есть кто-нибудь из Выборга? Итак, а желательно, конечно, чтобы это был не кто-то, а Елизавета Евсеева. Это было бы вообще шикарно, потому что именно Елизавета Евсеева из выборга является автором следующего видео, следующего э -э шедевра, который мы с вами будем смотреть. Так, выборг, ты здесь, друг мой дорогой. Елизавета Евсеева. Напоминаю, что в Ютубе, к сожалению, задержка определенная по э, трансляции. Э, я задаю вопрос, и только через какое-то время, там через секунд 15, 20, 30, этот вопрос долетает до эфира, до вас. И каждый из вас его уже может увидеть и отреагировать. Ну, э, не вижу, чтобы Елизавета была здесь. Я надеюсь, что э, либо она сейчас отключилась, либо подключится, либо потом посмотрит записи. А, нет! Ха, Лиза здесь! И это очень хорошо. Лиска, готовься, мать. Э, молись, пиши завещание, потому что именно сейчас, именно в эту минуту в разносном лайве твой шедевр под названием «Сила памяти». Ну, я, конечно, шучу, потому что самое главное, э, надо, наверное, радоваться, что мы сейчас будем смотреть твою работу, и э, после этого просмотра ты будешь понимать, куда расти, что улучшать, что изменять э, или ухудшать или не изменять в своем творчестве. Итак, Елизавета Евсеева, я так понимаю, ты ученица медиацентра Сатурн-11, гимназии номер 11, города Выборг. Сила памяти. Питер на связи. Питер, красавца, обожаю Питер. Итак, сила памяти. Питер, кстати, что не присылаете? Прис... А, не, из Питера у меня есть работа. Есть. Ну, присылайте еще, ребятки, давайте. Места хватит для всех. Ну что ж, итак, сила памяти Елизавета Евсеева. Смотрим внимание на экран. Угу. Мне нужно понять, в чьих образах сила человеческой памяти. Я спросил об этом у старшей сестры. Я обещал, что будут разные жанры. Получите. Это, ребятки, не э, новости и не репортаж, судя по началу. Это, ну, какой-то, наверное, а кино. Ой, подождите, а где же звук? Нету звука. Извините, 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 извините. Извините. Конечно, нету звука. Давай, задавай вопрос. Лера, как ты думаешь, кто самый важный человек в российской истории? Друзья мои, традиционно ставим плюсик или минусик. Зацепило нас начало или нет. Причем обращаю вас, ваше внимание, что э, это не экран моего компьютера, а это именно такого, такое видео. И, э, оно сделано вот в такой эстетике а-ля скайпа и так далее. Мне, например, это нравится. Это нестандартное, неожиданное какое-то решение. Я обожаю нестандартные, неожиданные решения. И это будет э, на плюс работать любому видеоконтенту, неважно какого он жанра. Э -э, давай, начало как будто ужастик, кто-то писал. Лизон, ужастик будет. Ну, не кажется мне, что ужастик, потому что сила памяти такое название. Хотя, черт узнает. Может быть и триллер. Так, итак, э, не вижу оценок в чате, но это абсолютно не э, мешает нам продолжить обсуждение. Вот, например, пользователя ПВА не зацепило начало. Я могу сказать со своей стороны, что лично меня, например, смущает то, что меня, как зрителя, ну, это, ты знаешь, и многих зрителей это лист будет смущать, когда ты прям тут же обрушиваешь их, ну, как бы сажаешь в какую-то историю плюс-минус пишут, плюс-минус ребята пишут, зрители наши. В общем, непонимание определенное есть, поэтому будем смотреть дальше и пытаться сформулировать все-таки свою какую-то э, свое ощущение. Довольно интересно, так как необычный формат, но могли бы обрезать немного программы, они много отвлекают. А, э, то есть э, на будущее вот яркость, пестрота экрана, которая внизу у экрана, да, остались там значки на рабочем столе и так далее, они немного отвлекают. Полина полностью согласен, хороший очень комментарий. Я думаю, Гагарин Юрий Алексеевич. Со временного полета, космонавтика, да и вообще вся наука стала стремительно расти. Так ценности. что, Гагаринская, поехали, Но... стало сигналом. Санька, смотри, э, клево, что ты взяла такую эстетику, а-ля компьютер, рабочий стол. Классно! Решение. Это, ребятки, не. Э это решение человека, это решение художественное, режиссерское, как угодно можно начинать. И это, оно может быть удачным, может быть неудачным, но когда есть решение, это очень-очень-очень хорошо, поэтому молодец, аплодисменты тебе. Как тебе сделать аплодисменты? Владуся, спасибо, что аплодируешь. Идем дальше, но есть очень важный момент. Ты используешь, типа, поисковик там в интернете, вела, не знаешь, кто такой Гагарин, Странно. Ну ладно, без комментариев, молчу. В общем, возможно, это образ героини и так далее. Я сейчас, чтобы у меня уши немножко отдохнули. Ой, сниму наушники, но продолжу рассказ. Так вот, Ввела запрос Гагарин, начался ролик. И проблема в том, что я слышу и ответ твоей старшей сестры, и ролик на Ютубе. И звук наслаивается друг на друга, он не сведен тобой. Свести это значит где-то сделать потише, где-то сделать погромче. Из-за того, что звук смешивается в единую кашу, я, как зритель, не понимаю, что важнее: либо мне слушать ролик про Гагарина, либо мне слушать ответ твоей старшей сестры. Непонятно. Вот, очень правильный пишите комментарии, молодцы, подключайтесь. Оля, звук из видео немного перебивает. Он алюнь, он не немного, он прямо перебивает девочку. Для запуска не только ракеты, но и научного прогресса. Ладно. Ну, сестра говорит подготовленные ответы. Меня это смущает, как зрителя, я перестаю ей верить. То есть это такой правильный ответ. Но если твоя сестра, которая, не знаю, а, Валерия, быть может, ее зовут Валерия. Ну, если реально аккаунт на экране совпадает, э, аккаунт в скайпе совпадает с ее реальным именем, значит, это Валерия. Так вот, если Валерия э, говорит так в жизни, это прям такая прям хорошая телевизионная речь в кадре. Но э, мне кажется, это такая живая у тебя история должна была быть, знаешь, какой-то такой, ну, клевый разговор двух сестер. Слушай, а кто для тебя ну, героем является? Кто для тебя главный? Вот скажи мне, Лер. Ну, для меня герой это, не знаю, для меня герой это Гагарин. Вот это живой разговор, а у вас получается такая более постановочная история, не очень естественная. Кто самый важный человек в российской истории? Кто самый важный человек в российской истории? Она вот. Я думаю, Гагарин Юрий Алексеевич. Прям она знала ответ на этот вопрос, и это неправда. Вич современного полета космонавтов. основному не только ракеты, но и научного прогресса. Не только ракеты, но и научного прогресса я выучила сценарий, который ты мне моя младшая сестра прислала. Ладно, я поняла тебя. Следующий. А к чему этот вопрос, зайка моя, Лизон? Для чего ты задала вопрос? Знаете, вот эту вот фразу, чтобы запомните, пожалуйста, чтобы это фра, чтобы избегайте, пожалуйста, этих фраз. Вы задаете вопрос человеку в интервью. Человек вам в интервью отвечает? А в конце, после того, как он ответил, вы говорите: «Ай, ладно, это правда. О, э, так, ладно, хорошо, следующий вопрос. То есть вам было пофиг на то, что он только что вам рассказывал? Бах! Взрыв мозга. Зачем тогда ты спрашивал, кто главный человек в российской истории для тебя, сестренка моя дорогая? Это неудачная неудачная реакция на, эм, на то, что мы сейчас видели вопрос: кто самый важный человек в истории выборга? Я думаю, автор моего любимого места в городе. Я имею в виду Авралта и его библиотеку. Автор, автор э, библиотеки, не очень понимаю сейчас, ребят, сори. Он ведь там все до мелочей продумал, когда ее проектировал. А, автор, архитектор, это имеется в виду, да, архитектор, который построил здание. Причем, кстати, говоря, судя по фотографиям, э, здание очень красивое. Я обожаю архитектуру, просто обожаю это моя слабость, особенно в такую клевую, необычную архитектуру, а не штампованные домики. И вот это, конечно, очень интересное здание. Ну и вообще сама библиотека очень красивая, современная, популярная среди туристов. Ну и что самое главное... Вы... Я хочу в Выборг и оказаться в этой библиотеке, ребят. Выборг, сделайте так, чтобы я к вам приехал, пожалуйста. ...выполняет свое основное предназначение... Ну, конечно, после того, как этот карантин, блин, закончится. ...значение хранения книг. И последний... Зайка, ну сейчас глобально Леркиные ответы, они правильные, они хорошие, невероятно милые и Лиза и, 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 и Лера. Но Лерка говорит такое ощущение, что она говорит по написанному тексту. Друзья мои, вот вы со мной согласны или нет? Мне просто интересно, или это мое какое-то такое субъективное восприятие. Напишите мне, пожалуйста, в чате сейчас прямо, кто согласен со мной, что Лера говорит не естественно, она говорит по написанному заранее тексту. Такому заготовленному. Кто со мной согласен, пишите. Согласен. В чате. Давайте. Подключайтесь. Ох, YouTube тормоз-то. YouTube тормоз. В одно слово прям можно писать. Ой. Я вот вижу, что только сейчас вы получаете мой вопрос. Давайте. Итак, пишем, кто со мной согласен. А мы продолжаем пока просмотр. Вопрос, кто самый важный человек в нашей семье? Ага, то есть у нас есть Россия, выбор семья. Понятна логика. Единственное, меня, я продолжаю быть, пребывать в неком дискомфорте и непонимании из-за того, что меня обрушили вот в этот, ну, в этот диалог, в этот вопрос, разговор двух сестер. Ну, я понял, что это сестры в начале из титров. В связи с чем это все? Что такой разговор-то вдруг возникает? Конечно, дедушка. А Лизон, ты пока можешь в чат поглядывать и смотреть, кто со мной согласен или нет из наших зрителей. В моем понимании он глава нашей большой семьи, самый мудрый из нас, очень отзывчивый, добрый. Так, тебе ведь нужны фотографии? По сценарию тут нужно сказать: так, тебе же нужны фотографии. Деда для монтажа. Да, я хотела попросить у тебя их после записи. Я тебе скинула. Смотри, на этих фото мы веселимся, занимаемся спортом, гуляем. Ой, постанова сразу. Жизнь ушла. Сразу доверие зрителя к вашей шикарной идее, об этом чуть позже, пропадает. Дедушка подарил мне детство, воспитал во мне любовь к людям, ну и к себе самой. Поэтому для меня он очень важен. Как и для меня. Ладно, Лер, на этом все, спасибо. Подожди, а зачем тебе все это? Наконец-то, Лерка, молодец! Молодец, наконец-то ты э, э, сделала так, чтобы я все-таки не покончил жизнь самоубийством от того, что я так и не понимаю, для чего мне об этом все рассказывали и спрашивали. Ну-ка, интересно, нафига Лизону было знать э, ответы на эти три э, неплохих вопроса? Да. Опа. А, знаешь, я тут размышляла кое о чем. Мы. Ну, вот здесь вот. Э, Присоединяюсь, не помню, по-моему, Полина. Uh, Полина писала, по-моему, комментарий относительно uh, оформления на рабочем столе. Uh, сейчас еще пестрее оно стало, потому что яркий пестрый фон, огромное количество значков. Понятное дело, что в жизни у нас так это и, бы... ну, так это и выглядит на самом деле. Но мы сейчас больше должны думать уже не про жизнь а про восприятие зрителя и про то на что мы должны обращать внимание главное на что должен зритель обратить внимание в этом кадре а здесь так много объектов что э, лиска немножко теря... лист ты теряешься немножечко в кадре из за того что есть куча интерфейсов то есть жители россии помним гагарина ленина менделеева лизон сорян наигранный пафос ТЮС, как я люблю это говорить, театр юного зрителя. Мы любим этого, этого, этого и других деятелей, из абсолютно. Равен. Так, ну хочу послушать мы, твой ответ. Все это. Еще разок слушаться хочу в ответ. А, знаешь, я тут размышляла кое о чем. Мы, ну то есть жители России. А мы, ну, то есть жители России, опять написанный текст, не от себя говоришь. Помним Гагарина, Ленин. Это не банан на заднем фоне, Сашка, это кит, наверное, какой-то, или, не знаю, морской житель. На Менделеева Шы. и других деятелей из абсолютно разных сфер жизни. Эти люди не только изменили мир, но и доказали нам на своем примере, что обладая терпением и упорством, можно добиться очень многого. Угу. Не зря люди ищут себе кумиров. Их. Ну все, вот пошел монолог, написанный, выверенный, правильный монолог, а не живой разговор. Образы помогают самосовершенствоваться. И это так работает не только в масштабе страны, но и даже города или какой-нибудь деревни. Петербург не был бы таким, каким мы его. Ой! Ребятки, ну давайте, подключайтесь, зрители мои дорогие, кто сейчас в чате, кто не спит, кто э, э, готов помочь э, чудесным девчонкам из Выборга. Выборг впервые участвует в разносе. Э, шикарное решение визуальное, и меня сейчас больше волнует вопрос текста. Верите ли вы Лиз, э, Лизе Елизавете, или как она себя называет в скайпе, Лизок? 2002, 2002 года рождения, вероятно. Верите ли вы тому, что она говорит? Действительно ли ее волнует эта тема? Действительно ли для нее это так важно, как она говорит? Напишите, пожалуйста, в чате, кто поверил Лизе Евсеевой, которая сейчас в кадре, а она же автор этого видео, этого материала, такого сюжета. Давайте, друзья мои, пишем, пишем свое мнение. Очень важно, как не только неприятный разносный Михалев э, воспринимает ваш контент или э, вы, но и как реальные зрители об этом, э, что думают реальные зрители об этом. Итак, я жду ваши ответы и параллельно продолжаю просмотр э, нашего. Видео, Лизиного видео нет, пишут ребята. Не все верят. Знаем, без Разберемся, пушки... чуть попозже разберемся, почему. На расстрели... Или, точнее, что надо сделать, чтобы верили. Боголя. Уважающие себя люди всегда гордятся своими земляками. Вот такое ощущение, знаете, у меня не проходящее. Я понимаю, что это оправдание э с точки зрения эстетики разговоров в скайпе или в любом видео мессенджере, таком, или там болталки какой-то, но. У меня такое ощущение, что Лизка вывела на экран текст напечатанный и тупо его читает и читает с неестественной интонацией. Ну а семья самое камерное и уютное человеческое объединение воспитывает человека, учит его традициям и общественным отношениям. Ну вот, ну вот Лиз, ну вот, сори. Так в школе, возле доски, может быть, надо с выражением что-то кому-то отвечать, какие-то стихотворения и так далее. Но по жизни, а у вас жизненная история, мы в скайпе созвонились. Вот я с вами, вот, вот, вот вам конкретный пример, как я с вами говорю. Я же не говорю вот так вот, друзья. Снимать видео нужно качественно, аккуратно. Обращайте внимание на то, как зритель будет воспринимать ваш контент. Какой-то робот Антошев сейчас был. И пока человек помнит, что рядом с ним всегда есть близкие люди, его жизнь имеет смысл. Пока человек говорит, что рядом есть близкие люди, будет иметь смысл. Получается, что для человека сила в памяти? А для чего вот этот переход цифровой? Мне кажется, он лишний. Да. Ну, я вот человека... про вот вот про вот эту штуку. Получается, что для человека сила в памяти? Да. Да, и тут фамилия великих людей. Так, ну что, ох, ребятушки, Лизик, зайка моя дорогая, звони быстренько в эфирчик, сейчас я Тут сделаю, чтобы видеть окошко скайпа, чтобы не пропустить твой звонок. Я очень надеюсь, что ты позвонишь сейчас, что Выборг выйдет на связь. А пока Лизон дрожащими руками, я надеюсь, не изрезанными э -э, ножом от ужаса и печали Егоре <после>, после того, как мы посмотрели и разнесли ее неплохую работу, э -э, все-таки звонит нам. Вы все в э -э, чате ставите оценку от единицы до пятерочки. Традиционно, где единичка — это ужасно, пятерка — это шедеврально. Возможно, любые промежуточные э, оценки. А нам звонит Лизок. Сейчас мы с Лизой наладим связь. Так, Лизик. Так, сейчас, секундочку. Лизик, привет! Здравствуйте, здравствуйте. Вау! Черт возьми, я тебе завидую! Как у вас классно? А? Ах, я уже собираю вещи, выбор. А, нет, не собираю вещи, потому что а, карантин, самоизоляция. Я не могу никуда поехать. Лизка, ну слушай, какая-то классная в жизни оказывается. Я думал, ты такой робот, как в своем материале. Скажи, пожалуйста, Лизик, первый вопрос, самый главный, наверное, потому что с этого начинается любое просмотр вообще. Это что за жанр? Это что uh -oh. такое? Это документальное кино, сюжет. Что это по задумке было? É, это был социальный ролик. Ага. В общем, я участвовала в конкурсе, и там была номинация «Социальный ролик uh -huh. на тему силы памяти». Так. Вот. вот такой ролик получился. Ага, социальный ролик. Смотрите, друзья мои, супер! Обожаю этот жанр. Почему? Потому что это uh, короткая история, которая должна моментально зацепить зрителя. Вот э, сейчас лично для меня хотя бы встало все на свои места. То есть есть конкурсы, я в этом конкурсе на определенную тему участвую. Э, я просто сразу, Лиз, э, извините, я вам в начале эфира сегодня не сказал, для тех, кто впервые на разносном лайве, к сожалению, технически нет возможности пока, по крайней мере, делать так, что когда вы звоните по скайпу, вы видите меня. Но вы меня слышите, ты же меня слышишь, да? Но ты меня не да, видишь. Да, я слышу. Да, но ну, ты будешь видеть это, когда будешь пересматривать и плевать в экран э, на меня э, наш сегодняшний эфир. Значит, Лизик. Э, Социальный ролик ⁇ это непростой жанр. И всем вам, друзья, рассказываю, потому что это короткое кино, по сути, которое без лишних слов должно быть понятно зрителю. Из-за того, что у тебя есть длинные монологи, ты вот благодаря своему монологу, монологу сестры... Это я же так понимаю, не сестра, а просто, ну, ты договорилась. Или сестра или нет? это моя сестра. А сестра реально, супер, да. класс. А то я потом просто прочитал, благодарю, и там Валерия, ну там другая фамилия, ну я понял, что она уже просто взрослая. Да, да, да. да. да, да, да. Окей, супер. Значит, э, это замечательно. Mm -hmm. Слушай, вы с сестрой, я даю сто процентов, миллион, я готов всю свою квартиру в залог отдать. И вообще всю свою имущество в жизни вы никогда так не общаетесь. Ну, конечно. Вот я сейчас, вот ребят, и все зрители разноса, смотрите, как сейчас я... Почему всегда рад, когда мне звонят ребята в разносный лайф? Вот смотрите на живую Лерку, она клевая, радостная, живая девчонка. И вот если бы сейчас я сказал Лер, вот в чем сила памяти? Вот скажи мне реально, в чем сила памяти? Вот своими словами. Сила памяти в том, что помню предков наших любимых дедушек, бабушек, всё, в общем всех. Все, Мы... спасибо, Ладно, да. спасибо, достаточно. Этого достаточно для того, чтобы понять, что ты реально можешь классно. Шикарно ответить на этот вопрос не по написанному тексту, а сама по жизни. Ты задумалась... Ты почесала бороду свою там. <свят> Потом посмотришь в эфире <свят> и выглядела, как будто <свят> ты бороду чешешь. <свят> я специально. <так> да, <свят> но это классно. Это же классно. На тебя сразу хочется смотреть, и тебе веришь. И зритель, я уверен, вот кто сейчас в чате, напишите, кто сейчас поверил Леркиному ответу. Ой, Лискиному ответу, извини. Кто считает, <свят> что сейчас она была настоящей, напишите плюсик в чате. Значит, зайка. Тема, вообще идея шикарная это гигантский Спасибо. плюс. Вот. Еще один просто потрясающий плюс: это твое. Я со мной могут не соглашаться. И кто со мной не согласен, набежать, напишите в чат или в комментариях под этим видео. Прекраснейшее решение, визуальное. Это не банальная съемка. Взяли интервью, или там я в кадре говорю и отвечаю на вопрос: в чем сила памяти. А это решение режиссерское. Чья была идея? Скажи, пожалуйста. Вообще весь этот ролик, это, ну это мое, потому что моя сестра Лера, она с медиа никак не связана. Ага. Я могла взять любого человека на ее место, Шикарно. просто у нее было свободное время и скайп. Ой, и поэтому супер. я с ней связалась. Вот, чтобы ты понимала, мать моя, поскольку ты сейчас э, с телефона, наверняка, да, со мной общаешься, и да. ты видишь только да. окно скайпа, а вот на Ютубе потом будешь смотреть трансляцию, пересматривать. Ребята пишут, очень живая, солнечная, клевая девчонка. Какого ж хрена ты была такой заужатый? Вот, мне просто реально, ребят, мне безумно обидно, когда я вижу действительно классных мальчишек и девчонок, там юношей и девушек, которые в кадре выглядят каким-то непонятным человеком. Значит, в общем, визуальное решение, прямо пятерка, лайк, что хочешь, тебе отправлю, это действительно очень хорошо. Самым главным минусом, я считаю, там писали ребята во время просмотра, и ты его наверняка видела. И я с этим, в принципе, согласен, что да, пестрота рабочего стола, какие-то мелкие такие mm -hmm. детальки, э, со звуком Можно был... Можно свою защиту сказать? Конечно, 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 конечно. А, вот дело в том, что вот этот мой монолог... Я понимала, что он должен быть, но я не понимала, как сделать так, чтобы его было интересно слушать, и поэтому я и оставила все вот эти пестрые моменты, чтобы было на что глаза отвести, пока я там что-то болтаю. А вот это неправильно. Вот. Ты же ты же должна была главную мысль свою передать зрителю, а э, зритель он очень тупой и пока если его э, 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 если его носом не ткнуть в то, что тебе нужно, он будет отвлекаться и показатель Антоша, зритель, ребята, которые смотрят, господи, боже мой, да, сегодняшний, там, твой материал. Это показатель того, как зритель реально легко отвлекается на ненужные вещи, вот. На будущее просто учитывая это, это все мелочи. Главный минус – это то, как, то, что вы читали текст. Вот скажи мне честно теперь, и всем нам, знаешь, как на исповеди, читали, блин, текст. Что ты, что Лерка. Читали текст. И но вот это... Я Ах. не знаю, это, я тоже хочу, но это не в мою защиту просто как бы сказать, Мне как не это марш... было. У меня был хронометраж 3 минуты. Да. Мне больше было нельзя. Я очень хотела это записать вот прям. Одним Ровно дублем да, ага. красиво, но мне вот пришлось написать текст, чтобы мы точно по секундам все выверили, чтобы уместиться в этот хронометраж. Ты знаешь, у тебя форма, которую ты придумала, Skype-связи, позволяла монтировать это видео как угодно. И, например, если бы это был бы живой разговор с Лерой с рассуждениями, mm -hmm. мыслями, ты могла бы по звуку потом смонтировать, сделать там короче, действительно, в 3 минуты, там, в 2 минуты 50 секунд и так далее, и в моменты склеек перепрыгивать, например, на свой просто слушающий крупный план. Как бы на свой mm -hmm. компьютер, на экран как бы своего компьютера. А потом обратно на экран как бы Леркиного компьютера и так далее. Поняла? Mm -hmm, и у тебя да, был бы монтаж, и был бы живой разговор ваш, и мы бы как зрители вам верили. Uh, в общем, это минус ты поняла, да, что это было, да. это было в минус. Но для того, Актерская чтобы... игра хромает. Да, да, хромает. Но для того, чтобы возвести и... твой материал реально до уровня очень хорошего. И еще, на мой взгляд, был промах. То, что вначале ты нам, зрителям, тупым зрителям, никого не хочу обидеть, ребятки, это истина говорил, говорю и буду говорить. Зритель ⁇ это очень тупой человек. Он видит ровно то, что ему показывают, он слышит ровно то, что он слышит, то, что ему говорят. Додумывать зритель не будет. Так вот, возвращаясь к э, Лизиной работе, то, что ты вначале нам не объяснила смысл разговора, вызывает у зрителей непонимание и вопрос. Вот если бы ты вначале произнесла одно вот это предложение, с которого начала э, свой монолог финальный, у нас mm -hmm. бы у зрителей не возникало бы вопроса, а что ты спрашиваешь у Леры, что ты ей-то вопросы какие-то задаешь. Вопрос-то классные, классная идея. Россия, город и наша семья. Супер идея! И, в принципе, Спасибо. да, неплохо ее раскрыли. Ну, вот искусственным текстом, да, это минус, но мы об этом уже говорили, повторяться не будем. Uh -huh. Вот. Если бы ты вначале сказал: Лерка, привет! Слушай, вот мне так интересно, все говорят: там Гагарин, Пушкин, там Толстой, Менделеев и так далее. А вот кто, ну, действительно, в чем, бла-бла-бла. Вот кто для тебя самый главный человек в России? И все. И дальше uh -huh. ваш нормальный разговор двух девчонок, двух сестер. И, быть может, если бы э, Лерка была бы, знаешь, не в такой постановочной картинке за столом, там я села сзади, расставила книжечки, положила там, а вот все свет, там и так далее, красотка. То есть ты более в живом варианте выглядела. Такой там наушник какой-то болтается, реально позвонил Лере, Лер, скажи мне, мне тут реферат надо писать, сдайте, вот. Лерка прямо она подготовилась, красотка. Лере передай, она красотка, она вот. То было бы, конечно, поживее. Сразу вам могу сказать и вот пока Лиза на связи и всем нашим зрителям разнос, кто еще не помер и еще находится в эфире, что э, приятный, интересный, живой человек в кадре, это 90% залога успешного проекта. Я об этом говорил, говорю и говорить буду. Вот что ты, что твоя сестра невероятно обаятельны и привлекательно визуально. На вас хочется смотреть. И вот если добавить э, в вашей истории, добавилась бы жизнь разговорная, то было бы все шикарно и прекрасно. Но... В целом, вот ребят ставили разные оценки. Кто-то ставил тройки, двойки, четверки есть э, в чате. Потом посмотришь, э, кто что ставил. Но я бы тебе поставил бы за работу в глобально 4 с минусом. <laughs> uh, потому что uh, те минусы, которые я назвал, они, да, они ухудшили, и uh, не будем про них повторять. Но те идеи, которые были найдены, они являются большими плюсами. Мало кто сейчас в творчестве uh, ну, ищет какие-то новые формы. Ты ищешь, береги это качество. Я буду безумно рад, если ты будешь продолжать заниматься медиа творчеством, будешь присылать на разнос какие-то новые свои работы, шедевры. Да даже если не будешь присылать на разнос, я буду безумно рад твоим успехам. Вот. И, Спасибо. Вот. И я надеюсь, что в следующих твоих работах мы будем видеть живую Лиску. Даже если мы не будем тебя видеть в кадре, а ты будешь за кадром как режиссер, ты попытаешься добиться от своих актеров или героев в кадре естественного поведения. Окей? Вот. Ой, да. Ты пропадаешь немножко, связь, наверное, чуть-чуть уже не выдерживает. Договорились? Да, чуть-чуть связь. Да, да. Да, да. да. Вот. Спасибо большое за советы. Все приму к сведению. Класс. Очень рада была вас слышать. А я безумно, я уверен, что к моим эмоциям присоединяются все зрители разносного лайва. И отдельное спасибо от меня и от всех нас, что ты подарила в этот день нам прекрасное голубое весеннее праздничное небо. Спасибо тебе огромное. Удачи и привет всем, вы, вы, всему Выборгу. Я реально не был в вашем городе, я буду счастлив там оказаться. Так что выбор, давайте. Приезжайте придумывайте, как бы вытащить Михалева в выбор. И обязательно, если я окажусь в Выборге, обязательно в библиотеку. Вот прям обязательно хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Я да, прощаюсь, жду вас в Выборге. Хорошо, счастливо был. Это была Лиза Евсеева. Прекрасная юная медийщица. Режиссер, журналист, корреспондент, в общем, творец из Выборга, который показал нам свою работу «Сила памяти». Необычная работа, маленький социальный ролик, в котором есть классические ошибки, есть шикарные находки, э, на которые обращаю внимание всех зрителей сегодняшнего разносного лайва. Мы продолжаем сегодняшний эфир, и на очереди у нас ха, столица – Москва. Москва, вы здесь? Вы здесь, Москва? Видеостудия «Фокус» школы «777» прислал еще одну работу на разнос, и эта работа как нельзя лучше подходит под сегодняшний наш с вами день. Вот э, праздник, который сегодня. Итак, видео студии fox Если вы здесь, давайте, э, пожалуйста, пишите в чате, что мы тут. А все остальные, кто не из Москвы, кто из других городов, пишет: Я тут, я тут, я здесь, я тут. Давайте подключаемся, ребятки. Поднимаем активность в нашем чате, иначе эфир завершу просто, потому что никто его не смотрит. Я и так знаю, что его никто не смотрит. Владочка, ты думаешь, нас смотрят? Да, смотрит. Конечно, Владочка верит всегда только в хорошее. Ну а если честно смотрит нас кто-нибудь, как ты думаешь? Не знает она. Не знает Владуся. Давайте поможем Владе и напишем быстренько в чатике, что мы тут, мы смотрим, мы готовы. Ну что ж, Москва ответила. Это хорошо, что Москва здесь. Я надеюсь, что мы с вами поговорим после просмотра. Осмотреть мы будем работу видеостудии Фокус школы номер 777-1134 без вести пропавший герой. Что это такое, я не знаю. Сейчас мы с вами посмотрим. Видел только начало и понял, что эта работа как нельзя лучше подойдет к сегодняшнему а, разносному лайву. Итак, студия Фокус здесь это очень хорошо. Погнали! Приятного просмотра! Спасибо. полуостров, 80-е годы прошлого века. В тундре недалеко от озера Подгорное местные грибники находят обломки самолетов Китихаук. Именно на таких летали советские летчики истребители во время Великой Отечественной войны. Было известно. Что... Итак, пауза, очень важная пауза, потому что сейчас а, безумно хочется увидеть активность в чате из плюсиков и минусиков и ваших возрастов. Напоминаю, кто еще не в курсе или кто только подключился, что мы ставим плюс и минус, а, плюс если зацепила работа и нам хочется посмотреть, что будет дальше, и минус, если нет, это фигня, и как бы я бы переключил в этом смысле. Не забывайте ставить свой возраст, это очень важно и для меня, и для автора для авторов и для всех, кто смотрит сегодняшний эфир, потому как таким образом мы понимаем, что интересно сегодняшнему зрителю, какой контент, какие темы, какая подача важна и интересна для зрителя, чтобы вы делали материал не для себя, а все-таки для тех, кто смотрит потом его. Жанр интересный, документальное кино, жанр очень непростой. Не могу, к сожалению, сказать, что он очень популярен сегодня. К к сожалению, не очень популярен, хотя невероятно полезен, важен и интересен. Снять интересное документальное кино, которое будет смотреть зритель, которое просветит зрителя, не так-то просто. Посмотрим, как с этим справились москвичи, студия «Фокус», студия «Прожектор», красавцы, мы временами здесь, рад видеть очень «Прожектор». Многим э, многие ставят плюсы, ребятки, многие ставят плюсы и это очень хорошо. Э, студия Фокус, понятно, ставите сами себе плюс. Вижу. Хе, скромнее, скромнее надо быть. Ну давайте смотреть дальше. Я ставлю плюс однозначный, шикарное начало, э, заостряю внимание всех, что ребята авторы задают атмосферу, это крайне важно для. Для работы и документальной, и игровой, вообще любой. За счет музыки, за счет планов, за счет. Вот это, это и есть атмосфера. Посмотрите, как хорошо музыка сочетается с той пластикой, которая в кадре. Смотрите, как красиво. Как будто, бы, как будто бы это звук этих травинок, этого ветра, который в кадре, это и есть искусство и творчество оператора, режиссера, художника. Остров, 80-е годы. К сожалению, не очень удачный звук с точки зрения чистоты, но это ерунда, ребятки. Подумайте, как за кадр записать получше, для того, чтобы он не был таким пережатым, перекомпрессированным и вот гуляющим. Ну, это, быть может, ребят, это вот такая мелочь, ерунда, просто не могу об этом не сказать, заостряю ваше внимание, внимание фокусников наших замечательных, что, э, быть может, стоит этот технический вопрос, когда появится возможность, финансовая в том числе, решить. До прошлого века. В Тундре, недалеко от озера Подгорное, местные грибники находят обломки самолета. Обратите внимание, как еще текст неплохо запис... ну, написан. Не записан звуком, а написан. Мы не авторы, извините, подтягиваю свои знаменитые цветные носки. Ой! авторы не идут по принципу, вот как, например, первая работа, помните, там, 8 февраля 1935 года на поле состоялось такое-то мероприятие. В рамках мероприятия, то есть это такой дежурный канцелярский формальный текст, здесь ребята пишут литературу, что очень уместно для документального жанра. Это история, это рассказ. Такое ощущение, что мне сейчас будут рассказывать какую-то историю. Я читаю литературное произведение, и это очень хорошо. А, так, погнали дальше. Кити Хаук именно на таких летали советские летчики-истребители во время Великой Отечественной войны. А, можете еще сто процентов интересней и вкусней с точки зрения операторской работы снимать свои. Euh, свое видео и этот материал. Это я вам на будущее. Ищите интересные ракурсы, ищите интересные планы. Фокус вы можете это даже судя по тому первому плану, который вы показали. Значит, чувствуйте все-таки кадр. Я надеюсь, что этот кадр ваш. Так, идем дальше. Было известно, что этот самолет лежит здесь. Вот, ну, ну и... здесь от диетром, недалеко прикольный... воинская часть. Постоянно люди ходили, и грибы, и ягоды собегали. Кому принадлежали разбитые самолеты? На трех обломках, на трех фрагментах самолета. Ну, я бы так сильно не кричал, немножко передавили. Идея-то понятна, она правильная, но вот это вот... Я бы также спокойно говорил, кому принадлежали эти разбитые самолеты. Вот это вот «Кому?» Крик, он ну, мне кажется, чуть-чуть ломает ритм и вот настроение вашей работы. Обнаружили один и тот же... Обратите внимание, друзья мои, все остальные, кто сегодня был у нас э, в э, разносе, сразу показали титр, сразу понятно, кто это. Да, что это член поискового отряда, что это не просто дядька, сидящий на диване на фоне белой стены, что это человек, имеющий отношение к тому, к той завязке, которую нам э, озвучивали, к поиску вот этих там обломков, самолетов. Так а, так. Обнаружили. А еще, смотрите, тоже это плюс абсолютный. То, что, не знаю, закладывали вы эту идею или нет, но вы, ну, такую условно-детективную историю затеяли. И это, я считаю, с точки зрения подачи и формы, очень хорошее решение. Молодцы. Молодцы. Спасибо вам за это. Один и тот же номер. 11.34. Что произошло? -то -то... Один и тот же. Э -э, обнаружили а, один обнаружить. и тот же номер. Одиннадцать. Что произошло во время войны после озера Подгорное? Они не успели, выяснить. Пережал, и... пережали. Вот за кадром вот эти передавили, ребятки, передавили. Поспокойнее надо было, все-таки, мне кажется, быть. Врезались. И как искали героя, пропавшего без вести в тундре Заполярья. Нам трудно это... А, я знаю, почему вы так сделали. Раскусил вас фокус. Насмотрелись взрослых программ, НТВшных, Россия-1, Россия-24 и так далее. И попытались с этой же самой подачей взрослого ведущего, взрослого человека, с которого, у которого поставленный голос и у которого ну, такая подача интонации является фирменным ну, как бы фирменным знаком сказать, прочитать свой текст. Это ошибка, друзья мои, надо говорить по-своему. Так, как говорите вы в жизни. Парню явно не 20 лет и не 30 лет, как ведущим федеральных каналов, и не 18, он моложе. Так надо было говорить ну, по-другому, ребят. Вот это вот игра во взрослых, игра в, в такое взрослое, типа, телевидение, это прям... Это прям... Никогда так не делайте. Это портит ваш шикарный материал. Просто шикарное кино документальное. Пока оно шикарно. Смотреть давайте дальше. Все в тундре за Нам трудно это представить в теплых помещениях с электрическим светом и так далее. А как они воевали, это, это просто непредставимо. Прекрасно, да, умнички. Все вовремя. Закончилась некая увертюра такая документального этого шедевра. Спасибо большое. Это было неплохо. Можно было бы чуть-чуть подсократить, чуть-чуть, прям совсем капельку для того, чтобы не ломать пластику, не поднимать ритм, оставлять его таким, но быстрее привести зрителя к тому, к тому титру, который мы сейчас видим, и к началу развития этой истории. В общем, пока с точки зрения структуры построения и задумок все очень хорошо. В тот день Виктор Николаевич с женой, как обычно, смотрели вечерние новости. На экране шел репортаж из Мурманска. Там хоронили останки героя Советского Союза, летчика истребителя Алексея Хлобыстова, погибшего в боях за Кольский полуостров в 1943 году. Много уже прошло. А так мы даже и не знали, что он погиб. Весь и пропавший был он. А чуть потише на будущее вот это вот пролетание самолетика. Я в наушниках смотрю, не знаю, кто как там, на планшете, на компьютере и так далее. Но вот в наушниках звук вот этого пролетающего самолета я бы сделал бы чуть потише. Это вам замечательный наш фокус на будущее просто совет. У нас. И вот мы да, только узнали, что он погиб уже, место захоронения. Вот выставили свет даже обратите внимание какой-то контровой свет попытались сделать уж не знаю какими силами но ребят постарались вот э, тоже документальное кино вроде казалось бы да и многие к нему относятся как ну что документалка документалка фигня она снимал что-нибудь смонтировал потом по звуку и все э, художественные решения в документальном кино имеют э, важнейшую роль э, по созданию атмосферы в кадре и по нашему восприятию и отношению к героям о которых вы рассказываете вот это вот художественно поставленный свет, по крайней мере, попытка художественно выставить свет, да, тут не высвечено лицо, часть его в свету, часть в, тем, в темноте, это хорошо. Некоторые считают, вот, я не вижу целиком лицо, это плохо. В данной ситуации это же не репортаж новостной какой-то, да, а, это хорошо, это художественное решение. Поэтому здесь лайк вам, молодцы. Два-три года тому назад. А так мы не знали, он без здесь был пропавший. Рязанская область село Елена. Тут, 23 февраля 1918 года, родился Алексей Степанович Хлобостов. Тогда село называлось Захаровка. Семья жила в обычном деревенском доме, построенном еще в. Вот, деревенский дом то друзья мои. Жила в обычном деревенском доме. Ну, неплохой деревенский домик, я хочу вам сказать. В поселке Елена. Неплохо в деревне жили, ребята. Это прямо по ходу дела. Зажиточные такие деревенские дома. Следите за тем, чтобы все-таки текст закадровый по звуку совпадал с видеорядом. Построенным еще в 19 веке. Мы mm -hmm. решили восстановить место проживания Хлобустова Алексея Степановича, Героя Советского Союза, uh -huh. который родился в селе Елена. Но в настоящее время установить место, где был дом Хлобустова, не получилось. Но мы будем продолжать работу. Самого дома, конечно, уже нет. Он был в деревянной постройке. И с 2018 года, конечно, вряд ли сохранился. Но место можно установить будет. Мать Алексея Хлобыстова умерла. Ребятки, ну вот я не знаю, как вам. Мне просто интересно узнать ваше мнение. Мне интересно смотреть. Мне прям интересно смотреть. А вам интересно? Напишите быстренько в чат. Поднимаем активность в нашем чате перед тем, как продолжим смотреть работу ребят из студии «Фокус», интересно ли вам эта история, этот рассказ, этот фильм, то эти люди, которые появляются в кадре, эти места, которые нам показывают. А пока вы пишете в чате ответ на мой вопрос, сразу заострю внимание наших уважаемых авторов из «Фокуса». Из школы 777. Я бы на вашем месте, вот когда снимал подобного рода пейзажные планы. Э, ну, то, что тут завален горизонт, это такая мелочь, уже, конечно. Хотя, коль вы метите на такую хорошую профессиональную работу, все должно быть хорошо и профессионально. И немножечко кадр он у вас чуть-чуть чуть-чуть наклонен, перекошен. Но это ерунда. Э, старайтесь следить за тем, чтобы все-таки картинка во всем фильме была кинематографичная и визуально приятное. Если у вас здесь, смотрите, вы заморочились, и у вас картинка такая контрастная, есть черный цвет, то после того, как мы увидели вот такую достаточно контрастную четкую картинку, мы видим вот эту вот, сейчас, вот эту блеклую серость, где нету черного цвета вообще практически, это не очень хорошо, и вы могли на монтаже, используя простые приемы, ну, простую там прием, наверняка монтируете какой-нибудь, да даже в самой элементарной монтажной программе есть возможность контраст, да, отрегулировать яркость, контраст, цветность, там, насыщенность и так далее, там простые параметры везде есть, вот. Контраст чуть-чуть подняли бы, появился бы черный цвет или точку черного сместили бы, вот, и картинка была бы лучше. Вот. Здесь нормальная картинка, а здесь она блеклая и серая. Да, это серое время года, все понятно. Ну, черного цвета надо добавить, все будет хорошо. Обращайте на это внимание. Цвет коррекция даже в документальном кино должна быть. Смотрим. Дальше. Умерла природах, поэтому мальчика взяла на воспитание старшая сестра Евдокия. После школы Алеша учился в летном училище, а потом работал электромонтером на короче. Хроникальные кадры, особенно в документальном кино, ну тут, ребят, желательно все-таки указывать источник. Это не очень... Корректно в механическом заводе. Смотрите, у вас отпуск всегда приезжал домой к сестре. Прямо идут хроника хроника, и такое ощущение, что типа это вы снимали. Да, нифига подобного это не вы снимали, это понятно, судя по качеству съемки. Это не инсценировка никакая, это явно взяли хронику. Хронику чего? Хронику какого-то завода, какой-то деревни, откуда-то из какого-то музея. Да, в конце концов, на Ютубе на каком-то канале хроники нашли архивном канале, или там, не знаю, человека, который коллекционирует, собирает эту хронику, и указали источник видео. Это будет профессионально и корректно. этим племянником. Помню. Ну и помню, когда он приезжал раз на Новый год. Елки наряжал. У нас еще остались такие бумажные украшения. Мы храним их много. Ну и начал плясать. В сапогах форма такая. Ну, не был больше еще одеть. Ну, и нечаянно елку свалил. Класс! А чтобы я не очень расстраивался, мне шлем он подарил, Класс. летный. Вот я в нем и в школу ходил. Ну, так, ну, так уж, вот уши так вот прижимал и я одевал. Когда... вот шикарный момент, друзья мои, обращаю внимание абсолютно всех, насколько правильно с точки зрения э, вот режиссуры и пластики этот эпизод сделан. И музыка в нужный момент началась, которая подчеркнула э, не трагизм, а какую-то вот эту вот ноту правильную в этом моменте. И вроде и смешная ситуация. Да господи, уронил елку, начал плясать, уронил елку. А герой, ну вот человек, который в кадре, ему было, он был ребенок. И чтобы его не обидеть, для него это была трагедия. Он ничего смешного в этом не видел. И вот, знаете, когда совмещаются две эмоции, смеха, ну такой радости светлый и печали и грусти, это всегда очень хорошо. Вот, пишут в чате, заказывали хронику и оплатили ее оцифровку в киноархиве в Красногорском. Да шикарно, друзья мои! Ну, молодцы! Так и напишите об этом. Ну, напишите. Началась война, молодцы. Кадры хроники, хотя бы так. Молодого летчика Алексея Хлобыстова отправили на службу в Заполярье. В этих местах шли тяжелые бои. Красиво. И на земле, и в воздухе. Ой, с 1941 по Ищите интересные ракурсы, фокус, ищите интересные ракурсы. Избегайте вот этой простой банальной съемки, вот я камеру наклонил, и вот я просто ее поднял. Можно же было поставить камеру низко, прямо так, чтобы вот от этой панорамы, которую мы сейчас видим в кадре, от этих красот, перевести фокус на ракету, которая лежит по первому плану. Это несложно но сразу было бы намного интереснее. 1944 год линия фронта почти не двигалась. Сражались за каждую сопку, каждый метр земли. Место называлось Долина Смерти. Долина Смерти, вот это вот небольшое промежуток вот эта долинка между этими скалами вот, вот которая вот простреливалась не этот здесь не было деревьев здесь было голо Земли здесь никакой, здесь камни. Не укрыться, не спрятаться, не ни закопаться, ничего. Вот, вот а, я бы сократил бы его рассказ чуть-чуть. Уже в данный момент в вашем ритме, который вы заявили, ритме повествования уже скучно. Хочется следующий факт узнать, что-то новое, что-то интересное или какую-то эмоцию испытать. Холодно, 8 месяцев зима дождь, слякоть. Я бы не серединку бы вырезал, отредактировал бы его. Вообще, ну, из кормяшки не очень то хорошо было, ёлки. Вот, поэтому... Вот эти эмоции нашим, оставил, конечно, да, Досталось, очень луки. досталось. 1942 А еще, друзья мои, очевидно, что сзади э, участник вашей съемочной группы, который вошел в кадр Йохан Палыч, друзья мои, ну что же вы так подставляете сами себя? Надо, я понимаю, что вы в параллель и снимаете интервью, и под съемы делаете какие-то крупных планы, детали для того, чтобы в монтаже использовать. Ну, ребятки, ну, значит, нужно было иначе выстроить свой процесс. Но здесь очевидно, просто вы сами себе навредили, и э, это не жизнь. На фоне, а это очевидно такой технический момент, на который в принципе зритель может не обращать внимания и для учебной работы, и для работы школьников это все великолепно. Но вы, друзья мои, судя по тому материалу, которого прислали, можете претендовать на хороший профессиональный результат. Поэтому обращайте в будущем на это внимание. Досталось. 1942 год. Алексей Хлобыстов служит в военной части при аэродроме поселка Мурмаши. 8 апреля в групповом бою он сбивает три самолета противника, два из них применив таран, и каким-то чудом сажает машину на аэродроме. 14 мая еще один воздушный бой и третий таран раненый Хлопостов направляет свой горящий самолет на немецкий истребитель и выбрасывается с Смотрите, парашюта. Как в госпитале зрителя. он узнает, что ему присвоено звание Героя Советского Союза. Я получаю Смотрите, здесь-то вы используете, а, но ну, только вы просто написали, что это происходит, а если бы вы написали еще кадры хроники, было бы неплохо. награду за то, что я сумел встретить противника своей группы в количестве Шести против двадцати восьми стервятников, и в этих мы не дрогнула наша истребительская рука. В этом бою, Понятно. И в том числе, два это пришлось, не допустило... Ну, ребятки, здесь из-за того, что долго даете целиком хронику, у вас провис. И понятное дело, что мы как зрители уже в хорошем смысле влюбились в героя вашего, и это очень правильно, это благодаря, это абсолютно ваша заслуга. Нужно, несмотря на то, что мы испытываем уже симпатию, уважение и благодарность к этому человеку, все равно восприятие зрительское никто не отменял, и зритель устает. Вот чтобы он не уставал, следите, пожалуйста, за ритмом в целом фильма. Сейчас у вас длинный кусок хроники, который вы визуально никак не разбавляете, даете его цельным большим монолитным куском, и зритель здесь теряется в этот самый момент. Это печально, это ошибка. Надо было ну, разбавить это как-то. Мерзавец сам же полностью сел на свой аэродром. Для тела. Таран в воздухе это стопроцентная смерть. То есть даже вот при ударе просто напросто не выжить. Он трижды совершает таран. И это действительно это что-то потрясающее, когда люди этим жили. После госпиталя Хлобостов вновь в строю. 13 декабря 1943 года он вместе с молодым летчиком Калигаевым отправляется на разведку. Задача – найти, где расположены боевые части противника. На аэродром летчики так и не вернулись. В личных делах написали «Без вести пропавшие». Перед взлетом Хлобостов успел отправить письмо домой. Здравствуй, дорогая сестрица Евдокия Степановна. Шлю я тебе свой привет и желаю всем всего наилучшего. Сообщаю, что я жив и здоров. И того вам всем желаю. Живу хорошо. Работаю так же. Пишите, Потрясающе. как, как вы живете, как учится племянник с племянницей. И дайте привет всем родным и знакомым. Желаю успехов. С приветом ваш брат Алексей Хлобусов. Вот его... Потрясающе. Почерк его последнее письмо, вот Краса. что у нас сохранилось. Краса. В тундре, там, где во время войны велись жестокие бои, есть озеро Подгорное. Так. Недалеко от него местные жители видели много обломков самолетов Китихаук. И было известно, что этот самолет лежит здесь, угу. вот. Ну, ну, здесь, от дороги недалеко, воинская часть. Постоянно люди ходили, и грибы, и ягоды собирали. В 2000-х на место падения да, факт. несколько раз выезжала поисково-исследовательская группа ИКАР. Сверяясь с военными документами, они пытались установить, кому принадлежал разбив. Смотрите, не оторваться, просто не оторваться. Взлеты обломков, вот. многое было из поддерна извлечено. Да, понятно, В конце двух нам удалось унести, да, где уже детально исследовали их. Обломках, войских, а, об... Обломки. Хотя тоже долговато. 1134. И, быть, может вы, я, кстати говоря, знаете, на вашем месте подумал бы, по крайней мере, и использовал бы кадры, вот снятые на том месте, где возможны эти обломки. Ну, для того, чтобы чуть-чуть разбавить монолог вот этого руководителя поискового отряда или члена. Не помню, ну, в титрах вы написали, кто это. Именно по этим фрагментам мы установили, что на этом самолете. 13 декабря 43 -го года не вернулся с боевого вылета Героя Советского Союза, Хлобостов Алексей Степанович. Сейчас на месте падения стоит огромный гранитный камень, Класс. а на нем памятная табличка. Останки героя похоронили в 2012 году на мемориальном кладбище в поселке Мурмаши. Там можно возложить цветы и вспомнить о его подвиге. Существует несколько версий того, как погиб Алексей Хлобостов. По мнению членов поискового отряда, произошел несчастный снег. ветер, снег, обре. На самолет молодого летчика Калигаева поднялись Хлобыстов с Колигаевым Калигаев лежит гораздо дальше, где-то километра, около трех километров по другую сторону. В честь Алексея Хлобыстова названы улицы в Мурманске и в Москве. В столице установлен памятник герою. Музей Хлобостова есть в школе села Ели на Рязанской области, в средней школе поселка Келпьявор Мурманской области и в московской школе на Рязанском проспекте. И день рождения Хлобостова, день его смерти мы всегда отмечаем в нашем коллективе построением торжественной линейкой и отдаем ему память. Уважение в, этот, в эти дни. Да, не и только в 10. эти дни. Вы же сами видите, когда открываете дверь. Вот смотрите, друзья. Вот видите, даже такого давно не было, когда я теряюсь, немножечко теряюсь, не в том плане, что да, вот у нас эфир и так далее, а мне интересно смотреть меня затягивает то, что вы сделали. Меня, как зрителя, Uh, интересно, затягивает ли вас, друзья мои? Напишите в чате, вам интересно uh, про героя Советского Союза смотреть историю? Ну, мне, например, интересно. Ну, мне-то уже, черт, сколько лет, я уже старый. А вы, молодежь, вот для вас такая подача, такое повествование, такой Такая скорость, такой темп, такой ритм настроения уместны или нет. Напишите, пожалуйста, в чате свой возраст э, э, и знак плюсик или минус. Плюс кому нравится, минус кому не очень нравится. Интересно ваше мнение. Мне даже интересно. Э, режиссеру, создающему контент для разных возрастов. Это очень интересно. Давайте, пишите, пока мы посмотрим еще. То его встречает, вас встречает его лицо и надпись. Помни. Сегодня племянник героя Виктор Николаевич Жариков впервые посетил школьный музей, где собраны обломки самолета и привезли, героя что ли, и памятные фотографии. Сегодня годовщина какая-то смерти его вот мы к памятнику пришли возложили цветы и, и сюда в школу пришел, названо его именем мне этот конечно очень впечатлительно здесь все молодцы то есть это ну все, он, музей эмоции, они для сейчас... молодежи чтобы они знали а могли бы сейчас показать, кстати говоря, музей, отдельные крупные подснятые планы вот этой экспозиции какие-то. Раскрасить монолог, чуть-чуть раскрасить. Для документалки это тоже хорошо, это применимо, и это очень украшает. Поверьте мне, не бойтесь этого делать. Что как люди воевали для того, чтобы себе, что я э, проматываю, друзья мои, обязательно ссылка на каждую работу, которую мы сегодня в разносном лайве смот смотрели, смотрим, э, будет в описании к этому видео, и вы сможете целиком насладиться каждым шедевром, который был сегодня э, у нас на разносе, поэтому не переживайте, кто э, то, что я проматываю сейчас какие-то кусочки, посмотрите, советую посмотреть целиком все. Наши предки в страшные годы войны, но мы всегда будем помнить их имена историю их великих подвигов и сохраним эту память для потомков. Вот я бы вот это вот общие пафосные слова, которые невероятно правильно, полезны и нужны, я бы не ставил. У вас история про человека. Вы поймите, что, да, зритель дурак. Я об этом говорил, говорю и говорить буду. Ну так устроено просто, да. Пока зритель что-то не увидит, он не додумает, не поймет. Пока он не услышит, он не поймет. Так вот... Он, конечно, дурак, но не полный. <laughs> как бы это неоднозначно не звучало. И когда вы рассказываете историю подвига, историю про человека, который э, прожил войну, совершил подвиг, э, у которого был свой характер, своя личность, и мы, как зрители, начинаем испытывать к этому человеку чувства, реальные чувства симпатии, уважения, благодарности, или наоборот антипатии, или вопрос, непонимание, почему он так поступил. Это намного лучше и эффективнее и круче общих фраз, друзья мои. Мы должны уважать, мы должны беречь, мы должны, да, не надо должны, надо вызвать у зрителя, не надо ему говорить об этом, нужно вызвать у зрителя те чувства, которые мы хотим у него вызвать. Мы хотим, чтобы ребята, молодежь, подростки уважали предков. Так расскажите так про предков, чтобы мы, чтобы они офигели. Блин, да как же так он мог? Вот это смелый, да, был мужик. Вот это класс. И невольно эти чувства у него возникнут, у, я имею в виду, у зрителя в адрес тех людей, благодаря там, ну, тех людей, которые подарили нам мирное небо, благодаря вашему, как автору рассказу про одного из них. Вот и все. Не говорите а, все а, словами. Надо интереснее искать решение. Вот тем, что вы в конце вот эти вот высокопарные фразы, стандартные, обычные для всех работ, связанных с Великой Отечественной войной, с ветеранами и так далее, и так далее, сделали. Я считаю, что вы свою работу занизили по уровню, по качеству. А жаль, а очень жаль. Потому что вы умеете просто вызвать эмоции и чувства у зрителя. Зачем вот эти вот слова не нужны? Какое красивое место. Какое красивое место. Ну что ж. Спасибо большое а, всем, кто создавал эту работу. А, такая прямо большая работа а, получилась у студии Фокус Московской. А, я лично получил от этого большое удовольствие. Друзья мои, конечно, как бы это ни смешно не звучало, но студия Фокус, не знаю, сможете ли вы дозвониться в Москву, из Москвы в Москву, но я буду очень признателен, если вы, кто-то из вас, ваш руководитель, кто-то из ребят, кто создавал этот проект, эту работу, позвонит в эфир, и мы с вами сможем вживую пообщаться. Пока, мы, пока я жду звонок от... Ребят из 70, 777 школы, студии «Фокус», мы с вами ставим оценку от пятерочки до единички, где пять – это прекрасно, единичка – это ужасно катастрофично. Ставим оценку в целом работе, которую мы только что -ли с вами посмотрели. Не забывайте ставить вместе с оценочкой ваш возраст, потому что это поможет, поможет и авторам работы, и мне лично, и каждому из вас в отдельности понять, что работает э, нашему зрителю? Что ему интересно, что не очень интересно. интересно. А, Александр нам звонит. Насколько я. Александр, вы меня слышите? Александр, вы меня слышите? Александр, мы видим Александра. Мы видим Александра, но мы его не слышим. Вот, я надеюсь, что Александр сейчас разберется со звуком, потому что звонок прошел, а звука нету. Александр, слышите ли вы нас? Алло, а, Александр, слышите нас? Саша, а я не слышу. Быть может, у вас какая-то проблема с наушниками? Почему-то Александр нас не слышит, но мы его видим. Александр очень серьезный человек. Либо будет меня бить, либо будет разговаривать. Давайте ищите звук, Александр. Может быть, мы перезвоним, попробуем перезвонить? Александр не слышит. Не слышит. Давайте, давайте я сейчас попробую Александру перезвонить, друзья. Или, может быть, Александр пробует настроить. Не слышит. Я не слышу. Ничего. Не слышит. А вы попросите... Алекс... <с> Выключите <с наушники. Ну, мы же не можем говорить с задержкой на 30 секунд. Да, мы не можем говорить с задержкой на 30 секунд. Очень жалко. Давайте попробую я перезвонить. Друзья мои, сейчас попробую перезвонить Александру. Ну, такое бывает тоже технически. Видите, как... Я, я проверю еще раз, может, свой микрофон. Может быть, у меня там определенная ерна. Ну, ребятки, это Разнос Лайф. Это живая история абсолютно. Здесь все по-живому, по-настоящему. Пока я дозваниваюсь до Александра, смотрю ваши оценки. Очень много плюсов. Пятерок, 100 баллов. Ну, то есть э, достаточно э, очень. Э, вот, алло. Слышите, Александр? Вот, замечательно, прекрасно. Я подключаю вас в эфир. Александр, очень рад вас видеть. Жалко, что э, там вы что-то придумывали, какую-то связь э, иную. Чтобы вас было видно да. и слышно, но почему-то звук подвел. Вы нас теперь видите, слышите, точнее, вы нас не видите, но теперь слышите, а мы вас и видим, и слышим, и это прекрасно. Да. Я, во-первых, спасибо большое за то, что прислали свою работу. Я получил огромное удовольствие. Советую всем, кто сегодня смотрел эту работу, пересмотреть ее без моих гнусных комментариев. И прерывание целиком для того, что... Потому что это кино. А кино смотреть нужно целиком от начала до конца, для того, чтобы атмосферу воспринять и какие-то свои, какие свои эмоции ä, тоже испытать. Саш, скажите, пожалуйста, в двух словах, как долго вы делали эту работу, кто в ней участвовал, потому что, ну, эта работа заслуживает уважения и внимания э, зрителей. К этой работе... Наша студия шла на самом деле с момента образования студии, потому что А сколько организовали... это какой, какой период времени, как давно вы работаете? С 2016 года О, наша студия работает. Ух ты четыре года. Ну и, соответственно, да. Ух ты! И, соответственно, мы хотели: вот я хотел, угу. чтобы мы с детьми поехали в Мурманскую область и сняли этот фильм, потому что. До объединения комплексов нашей школы была школа номер 329 имени Героя Советского Союза Алексея Степановича Хлобыстова. Угу. А И а так, потом... сложилось, uh -huh. так сложилось, что вот сейчас был проект «Путь героя», который все школы, которые носят имя да, героев Советского, да, Советского Союза, Союза. Да, да, да. Угу. Вот, они должны были сделать какой-то проект. Угу. И вот мы сделали проект, создали документальный фильм. Ну, сказать слова спасибо, ничего не сказать. Я лично просто в восторге от того, что видеостудия школьная, непрофессиональная, не работающая на каком-то эфирном телевидении документальном, создает такого рода контент, и это большой прорыв, я считаю. Я не знаю ваши другие работы. Я знаю, по-моему, вы прислали несколько работ в разнос. Я с удовольствием посмотрю, что-то еще, что вы делаете. Но здесь я считаю, что это прекрасная, успешная история. С, да, со своими минусами. Я о них говорил в процессе просмотра. Быть, может быть, вы с чем-то не согласны. Вы можете со мной поспорить. Да нет, все в целом хорошо. Я действительно очень рад, что я взял детей и... В основном, конечно, я как руководитель чуть-чуть помог. Ну, естественно, в монтаже, но я думаю, что в общей сложности не более там 15 процентов угу. монтаже я затронул. А... Так собрали все дети. Это абсолютно нормально, друзья мои, всем могу сказать, что руководитель для того и существует в студии, для того, чтобы не сидеть и ковырять в носу на стульчике и плеточкой побивать своих студентов и учеников, а для того, чтобы быть частью команды. Вот я вижу результат, по крайней мере, работы. И если это действительно так, как говорит, как вы говорите, если вы вместе с ребятами создавали и были одним из участников этого процесса, это абсолютно нормально и не уменьшает достоинств вашей работы, вот. Поэтому не стесняйтесь об этом говорить, это абсолютно нормально. Значит, в лицо вам, что называется, в лицо хочу сказать, что подтяните операторскую часть. Особенно Мурманск это удивительно красоты место. У меня там сестра живет, она мне периодически присылает фотографии. Там невероятно красиво. И вы были в сезон вот этой вот тоже достаточно красивой и сняли много красивых планов, но я видя эти планы немножко потом расстраиваюсь, когда вижу кадры не очень удачные с точки зрения, ну не очень интересные, вот. А ваша работа она настолько наполненная с точки зрения материала и содержания, что хочется и визуальный ряд тоже, чтобы он удивлял и в хорошем смысле развлекал и раскрашивал вашу историю. Не, не бойтесь Порой иллюстрировать не иллюстрировать, а разбавлять рассказы э, ваших героев какими-то кадрами это жизнь. То есть, даже, понимаете, как вот вы оказались, э, вы берете интервью у племянника, э, и он какие-то вещи там долгие рассказывает. А ведь э, он же живет в своей квартире. А его квартира это тоже жизнь определенная, это атмосфера какая-то. А атмосфера строится на деталях. Где-то очки лежат на полке, где-то, не знаю, незатушенная сигарета, а где-то портрет его, получается, дяди, да, если это племянник, то Алексей это дядя, да, был, приходится. Если Я, я просто в родственных этих связях ä, ä, путаюсь. Ну да, получается, да, дядя, вот. А, и где-то да, может... Дядю. Да, вот. Где-то висит его портрет, портрет дяди. Ну, то есть вот такие мелочи, нюансы, которые добавляют жизни в документальное кино и добавляют атмосферу и дыхание, это очень-очень-очень будет улучшать вашу работу и делать ее, конечно, еще интереснее, поверьте мне. Вот. А, все минусы, какие... Ну, не то, что минусы, а моменты, на которые я бы заострил ваше внимание, я процессе просмотра сказал. Еще раз спасибо большое. Быть может, вы хотите еще от себя добавить что-то, связанное с вашей работой, с работой вашей студии, вашей команды? Ну, во-первых, учитывая, что сегодня 9 мая, я хочу поздравить всех с этим великим праздником. Вот. Спасибо сказать нашим дедам, отцам, прадедам за то, что мы сейчас живем в мирное время. Вот по работе по командировке очень конечно хотелось бы заострить внимание что вот мы видим красоту в тундре мы заехали в мурманске мы попали вот просто это были крайние дни нам сказали что если вы не приедете в эти выходные угу. а время у нас было чтобы объехать 200 километров мурманской области два с половиной дня угу. и две ночи Дети не попали ни на одну экскурсию, никакой программы не было так, чтобы пройти с кем-то по экскурсии. То есть была Только... работа, работа. Угу. Только была работа, и я им сказал огромное спасибо, благодарность и поздравил с первой командировкой в их жизни. Так это победа, это победа, что они сумели э, такой выбор сделать, это намного ценнее, супер, молодцы, что вы убедили их, Александр, прям жму вашу руку виртуально. Угу. Вот. И в тундре там ветер был очень-очень сильный. Чувствуется, да, да. Молодцы, что они справились. Да, это чувствуется. Слушайте, ну, я поздравляю вас с шикарным экспериментом, с достойным результатом этого эксперимента. Я желаю ребятам, прежде всего, следующих интересных работ. Вам, как руководителю всей студии, э, спасибо еще раз большое за э, очень интересную работу. Надеюсь, что зрители, которые будут в записи смотреть этот эфир и потом посмотрят вашу работу целиком э, по ссылочке, которую я обязательно в описании оставлю, получат истинное наслаждение и удовольствие. Вот. А вам, э, Александр, и передайте это всем друзьям, всем ребятам, которые наверняка тоже смотрят этот эфир, а если не смотрят, то пусть, пусть посмотрят записи. Это далеко-далеко не победа. Это хороший опыт, хороший эксперимент. То, что вы в э, экспедиции были, то, что вы сделали документальное кино, то, что вы нашли интересных героев, интересные материалы. Но э, это не предел абсолютный, и это хороший старт для дальнейшего роста и развития и с точки зрения выстроения глобально-драматургического, и с точки зрения операторской работы, э, и монтажа, и так далее, и так далее. Поэтому я желаю вам дальнейшего роста и буду рад вашим новым работам не не неважно на разносе не на разносе просто на фестивале где угодно а, вот спасибо вам большое еще раз праздника вас тоже я с вами прощаюсь александр Uh -huh. Uh -huh. Uh, это был Александр Цупилов, руководитель студии Фокус школа 777 из Москвы. И это была финальная работа нашего сегодняшнего праздничного разносного эфира. Спасибо большое всем участникам, кто прислал и присылает свои работы. Если вы хотите прислать свою работу, вот вам адрес электронной почты, на которую можно прислать свой шедевр. И неважно, какого он жанра, документальное кино, как, например, студия Фокус, или социальный ролик, как сегодня прислала Елизавета Есеева из выборга а быть может это новостные репортажи такие как сегодня прислали ребята из курска или краснодара главное что это видео творчество которое можно смотреть на экране ютуба телевидения где угодно мы с вами здесь на проекте разнос обязательно посмотрим результат вашей работы найдем плюсы минусы поругаемся или порадуемся вашим успехом поругаемся uh, за ваши uh, проигрыши или порадуемся вашим успехом, вот. Uh, не забывайте подписаться на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что здесь... Uh... Мы стараемся, ну, я стараюсь максимально быть полезным каждому из вас, каждой вашей студии. А, многие говорят, ой, я, да знаю, разнос, но я боюсь, боюсь, страшно как-то боязно. Не бойтесь, ребят, потому что учиться и становить профессионал, стать профессионалом, это не больно. Это, поверьте мне, кайфово. Чем больше вы э, будете слышать нового, чем круче вы будете воспринимать критику уметь критиковать по-хорошему, по-здоровому, критиковать кого-то другого, чем лучше вы будете находить ошибки в своем творчестве или в творчестве других ребят, тем быстрее вы станете профессионалом. Ведь именно на практике можно чему-то научиться. Завтра в 17.00 по московскому времени состоится выпуск разносной игры, где как раз вы, каждый из вас, может потренировать навыки человека с таким носом, как я. Ну, то бишь, мы с вами будем отвечать на вопросы, а все вопросы связаны не с вашими знаниями энциклопедическими, а абсолютно каждый будет связан с вашим опытом в медиатворчестве. Мы с вами традиционно в конце пишем всякие эмоции относительно сегодняшнего эфира разносного. И, конечно же, не забывайте оставлять комментарии под этим эфиром, потому что они тоже важны. Ставьте оценки. Вот такие, вот такие. Пофиг, потому что Ютубу важна активность. А поскольку этот проект выходит на Ютубе, Накормим эту... Эм, <свят> Накормим ютубчик активности, друзья мои. А, спасибо большое Владочке за то, что ты меня поддерживал, Владусенька. А она рядышком со мной, верная моя спутница. Завтра будет разносная игра, а в понедельник 8.00 по Москве традиционная премьера нового выпуска шоу «Разнос» на нашем канале. И, кстати говоря, в понедельник, друзья мои, будет специальный разносный лайв, специальный эфир разносного лайва вместе с одним из фестивалей, проходящих в нашей стране, общероссийским фестивалем. Это будет фестиваль «Улыбка радуги». Будет, будем смотреть юмористические работы. Мы надеемся, что мы поржем с вами, повеселимся или поплачем а из-за того, что шутка не удалась. Все будет в понедельник, во вторник. Буду рад всем вашим комментариям и просмотрам на э, нашем канале. Подписывайтесь. Еще разок, призываю вас к этому, потому что это очень важно для развития проекта на YouTube. А я хочу, чтобы он продолжался, поскольку надеюсь, что все-таки какую-то пользу вам приносит. Еще раз поздравляю каждого из вас с праздником с Днем Великой Победы. Спасибо всем нашим авторам, которые сегодня стали героями разносного лайва за то, что чтите память героев, за то, что создаете интересные необычные проекты из-за того что смотрите разнос с вами был антон михалев до свидос пока до новых встреч в эфире чао